Yeah.
Building a Chinese Empire. It will look real nice when it's done. Я вас вновь приветствую, дорогие друзья, дорогие любители и поклонники Generals Zero Hour, с вами канал Blair TV. Сегодня внезапный вечер у нас в Pro League. Ребята решили поиграть, стримера, к сожалению, не нашлось. Хотя был стример, но там какие-то неполадки пошли, и нужно было срочно найти того, кто посмотрит эти матчи. Естественно, я стримил в этот момент, просто лайв играли, ну и... Зрители проголосовали, мы быстренько перестроились и посмотрим сегодня два матча. Ник Пайн против The Game, и потом будет в реплеях Ник Пайн против Оз Димаса, но результата никто не знает реплейных, потому что они сыграли без стрима и просто мне скинули. Это было совсем недавно, поэтому мы сегодня все посмотрим свежак. Давайте глянем с вами таблицу. Что вообще происходит сейчас в профессиональной лиге? Все игроки стартанули, нету никого с нулями игр. И поэтому таблицу посмотреть еще становится интереснее. Пока Ник Пайн лидирует, у него наибольшее количество игр. 6 он сыграл, сейчас будет 7-я игра и затем 8-я игра. И получается, Ник Пайну останется сыграть только со Стазом. У него 17 очков, по играм он идет в минус. 17-25, получается у него минус 8. Что касается его оппонента, The Game отыграл 2 игры. Не совсем удачно, он сейчас идет в турнире, всего 4 очка. 14-10,
Итого минус 6. На 9-й позиции идет украинский игрок. В общем-то, сейчас у него будет большой шанс, чтобы исправить это положение и подняться повыше. У Оздимуса тоже задача подниматься выше, потому что пока он идет слабже всех на турнире. Две игры, у него минус 8 и 3 очка. Ну что ж, давайте, наверное, начнем. Так, я музычку тут генеральскую запускаю. Отлично. И первый у нас будет пикать карту, это The Game. И, кстати, у них будет последняя игра играться Лазер Мирор на лазерных генералах. У них это второй раунд. Так, Ник Пайн зашел. Ждем The Game. Он там вроде в лобби провисает. Надеюсь, что сейчас вот-вот-вот будет. Так, сейчас я ему еще напишу. Потому что сказали, что могут быть там какие-то задержки с ним. Надеюсь, что он будет. Ну, не особо сильно задержится. Пока пацаны вот точно договорились на 22.30. Уже 22.32 просто... вот мне The Game даже ответил. Одну минуту пишет. Все, ждем The Game. Отлично. The Game будет выбирать мап. И, в общем-то, интересно, что он выберет. И самое интересное, какие у нас будут рандомиться матч-апы. Ник Пайн красавчик, он почти уже доиграл полностью турнир. Ему останется сыграть всего одну игру против Стаза. И зашел The Game. The Game, кстати, попал, я там сделал такой интересный опрос. The Game попал в пятерку бойцов, у которых больше всего фанатов. И он, кстати, идет там. Это вы можете проголосовать, уже там финальная часть опроса из 5 бойцов во вкладке сообщества. The Game здесь идет на 5-м месте. Ну вот из 10 участников Пролиги The Game по фан-аудитории на 5-м месте. На 4-м Абука, это, наверное, там очень много казахских ребят поддерживает. Asus на 3-м месте, Стас на 2-м и самая большая фан-аудитория. А пока это у SPL. Forgotten Air Battle со старта у нас будет делать The Game. Так, сейчас я поставлю карту. Где там Forgotten? Напоминаю, что на стриме, конечно же, стоит задержка в 2 минуты. Если вы будете поддерживать, ребят, то все будет доходить с задержкой. Так. Мирор, я им сообщаю сразу, что у них будет лазерный мирор, чтобы без всяких вопросов. И с рестартом, что ж, поехали смотреть генералов. Что выпадет? О-хо-хо! Со старта у нас инфантри против Air Force. Вау. Матч-ап очень интересный, но на этой карте, блин, просто блин-блинский. Тут занимать-то особо нечего в центральных частях, есть только две вышки. И мне кажется, что у Эйра хорошие шансы на такой карте. Хотя, с другой стороны, если сыграет пех агрессивно, то сможет. Так. Вчера мы как раз-таки наблюдали игры между Dusty Rhodes и Стазом. Там лазер был инфантри. Другая карта. Очень интересные были бои. Лазер побеждал. На Home Alone Truck шло то дело. Так. Да, блин, у меня скролл тупит нафиг. Бесит пора мышку менять, сволочь. The Game стартует за инфантри. Украинский молодой игрок Василий. Так. И авиационный у нас молодой боец из России. Это Ник Пайн Никита. Что ж, поехали. Ребята, бойцы идут в погоню зарабатывать очки себе турнирные. У Ник Пайна это уже последние игры. Поэтому ему нужно прям вот под конец финишировать. И финишировать красиво. Но The Game показал не лучший старт. Он наиграл очень сильными оппонентами. Он играл против SPL, проиграл ему 5-2. И также он проиграл 5-2 Team Step. Это действительно очень сильные оппоненты. Поэтому я думаю, что у The Game еще ситуация вполне исправима. Он сыграл только 2 игры. Также запустил голосование, можете проголосовать, на кого вы ставите. Пока 61% ставит на The Game, но посмотрим, оправдает ли он ожидания зрителей. И Air Force будет играть в классику. 2 ресурсных центра, я думаю, военный завод и казармы. Что касается инфантри, то
тоже классика. Кстати, смотрите, The Game не продает командный центр. Боится, что прилетят рапторы, дозерхантить. Так, пошло какое-то зависание. У The Game отваливается интернет. Вот так прикол со старта. Ну, вроде назад приваливается. Надеюсь, все будет хорошо. Ну, разведдрон висит. Это норм, говорит The Game. Ну, ладно. Поверим на слово. Уже пинг падает. Да, здесь классика. Тут не будет никаких со старта летучих дозерхантов. Тем более, что Никита смотрит на эту ситуацию и видит, что нет даже смысла делать раптор, чтобы лететь вперед. Но раптор здесь на самом деле для другого обычно делается, для того, чтобы останавливать первые аванпосты или труповоз, который идет в атаку. Ну, чистая классика, вся надежда на микроконтроль. Ник Пайн в последнее время показывает очень интересные игры за Юсу. Я, кстати, чуть-чуть неправильно никнейм, он раздельно написал. Чуть момент сейчас этот исправлю. Все отлично. Просто я вот люблю, когда все четко, все точно и без всяких помарок. Пошла вперед первая медичка. Там есть РПГ, ракетчики, естественно. Чтобы затормозить немножко своего соперника, полупасить ему по саппалтракам. Или остановить первый аванпост, который уже пошел вперед от молодого украинского бойца. Ну, дозеры рядом, терять не страшно, есть командный центр. Единственное, что страшно экономически. Минус косарь, минус 2. Также, ребят, я вам сообщаю, что завтра в 19 часов по Москве будет шоу-матч Синси 3 Ярость Кейна. Топ-1 России будет играть против топ-1 Украины. Драйв и Футу. Приглашаю вас всех посмотреть на этот замечательный поединок. Они будут играть на армии рандом до 4 побед. Так, ну, пост, кстати, заходит. Готов ли? Флешки есть. Да, отработала медичка. Один саппалтрак она забрала. Дозер тоже заберет. Ну, подготовился там уже The Game с командным центром. Опять же, пост. Пост обходит по дуге. Ну вот ракетчик идет. Готов ли Ник принимать? Дозер был минус. Саппалтрак восстановился. Так, хамерами будут бить. Но сейчас вот неприятно, что этот пост может прям туда забраться. Вглубь. Да нет, слушайте. Не забирается. Ну, может Ник Пайн выносить, осторожничает очень. Чинуки-то простаивают сейчас. А там даже миниганеров нету. Ну, без проблем справляется Air Force. А, нет, был миниганер. Ну, чинуки здесь работают великолепно. И без потерь хамерами играет у нас американец. Занимает, причем китаец, достаточно важные домики. Еще бы здесь занял. Но там есть флешки. Это не особо важно. Есть флешки. Ставит Ник Пайн фейербейс. Будет обороняться от пехотника. А здесь пропаганда. The Game планирует уже заходить с ЕЦМ танками. Так. Ну вот неужели будут захваты подготавливать? Интересный момент. Нет, пока просто в пост. А, но я думаю, что лотосом будут работать. Есть, потому что слева вышка. Есть справа, естественно, вышка. Пост здесь... Нет, высаживают миниганер. Они уже все-таки готовят захват. Интересный момент. Хотя зачем, если вот-вот выйдет лотос? Ну, мне кажется, лишняя трата косаря. Хотя... Это уже... С другой стороны, быстрее захватят. Это тоже... Поэтому, может быть, даже и не трата. Потом деньги себя отобьют в скорости. В центр проходит атака. Снизу проходит пост. Надо высаживаться брить чинуки. Пока Ник Пайн очень хорошо держит оборону. Но вот The Game не очень контролирует. Справа пропускает он тут свой же пост. Забывает про него. Да, захват уже выучен. Ничего себе. Действительно хочет быстрее захватить. Но жалко, жалко. Так бы уже прогнал те два чинука или побрил бы их. Очень поздно просыпается этот пост. Сейчас его просто тут нагреют. И стратегический центр. Ага, дозерхан. Слушайте, последний дозер остается. Чинук будет очень быстро отлетать. Надо уводить. Уводится чинук. Так, пост надо высаживать. А, ну вот чинуки тут решили. А, там без миниганеров. Чинуки помогают. Посмотрите, как грамотно отбивается американец. Молодец, Ник Пайн. Но Ник Пайн сегодня, и не сегодня, извиняюсь, а по ходу этого турнира он... А что со звуком? Пишут со звуком что-то. Ник Пайн по ходу этого турнира демонстрировал очень нестабильные матчи. В каком плане? Он вел 2-0, затем проигрывал, был у него. Он вел 3-0, затем проигрывал. То есть даже если Ник Пайн здесь делает, допустим, 2-0, то вот это тот игрок, который может слить это преимущество. Поэтому Никите надо держать себя в руках.
пишут, что что-то со звуком. Ребята, что со звуком? Должно быть все хорошо со звуком. Я, конечно, особо не ору, потому что уже время позднее. Но со звуком должно быть все найс. Ну, смотрите, две вышки захватывает инфантри. Экономика плюс. Миниганера здесь не пропустят. И уже филд. Уже филд летает. Миги с напалмом, да. Отрабатывают. Я думаю, что Никпайн очень важно здесь выбить вышки нефтяные. Они дают экономику. Чем он, собственно, сейчас и занимается. Совершенно верно. Опять пост. Но есть на базе чем защищаться. Стратегия Search and Destroy. Вот-вот. Должна появиться. Строится Airfield. И, возможно, кстати, увидим Бартона. А, ну и еще одну вышку также будут убивать. Хорош, хорош американец. Пока он пехотника здесь полностью перебивает. Карта это The Game. Он первый выбирал. Его право, скажем так. Так. Да, ну тут есть потери хаммеров. Ну, не так существенно. Пока просто максимально, максимально удачно и внимательно. Наверное, в первую очередь внимательно. А во вторую очередь где-то, возможно, играет и удача на американца. Отыгрывает, и уже вот Раптора сейчас появится. Да, миги. Будут работать теперь миги. Ой, The Game, ну вот, очень плохо отрабатывает. Мог в толпу ракетчиков зарядить, в итоге не зарядил. Только сейчас. Да, минус 4 ракетчика, но один миг вообще был напрасно слит. Подходит с яйцемкой 2 поста. По экспам, кстати, равно. Чуть-чуть Никпайн впереди. И когда будет второй ранг, американец сможет использовать ковровочку. Это очень важно. Там уже, кстати, мститель выходит, посмотрите. The Game берет лотосом завод, который дает скидку на юниты. Так, очень много хаммеров тут. Но одна. Один, точнее, мститель. И лотос могла бы вырубить. Помните, как вчера грамотно играл Dusty Rhodes? Он вырубал лотосом эти мстители и потом работал. Там еще один выходит мститель. У Air Force дорого. 2000 за юнит. Так. Все норм, пишут за звуком. Ну, замечательно. И второй Airfield уже от пехотника. А будет ли вторичка? Да, пошли хакеры. Но деньги будут скоро заканчиваться. Вообще, Никпайну тоже, наверное, я посоветовал бы потихонечку уходить после постройки командного центра во вторичную экономику. Он играет прям мега в пассив. Единственное, когда от него была какая-то активность, это когда нужно было оперативно уничтожить вышки. И он все сделал по таймингам, все сделал красиво. Возможно, будет скрываться фаербейс. Кстати, 4 мига хватает так, чтобы убить стратегический центр. Но тут могут чинуки мешать, а ракеты сбить. Фаербейс там минус. Да, The Game уже так дерзко не идет. Вперед рапторы будут помогать. Ой, красиво отрабатывают рапторы. Слушайте, мне кажется, Никпайн сейчас намного ближе к тому, чтобы открыть счет в этом поединке. Перебивает. Задают вопрос, бляра, кто вообще фаворит этого матча? Я говорил изначально, что 50 на 50. Ну, можете, конечно, полагаться на то, как проголосовали зрители и голосуют. Там вроде большинство за The Game. Но я считаю чисто вот 50 на 50. Так, хорошая ковровка, минус полтраки, минус филд. Полезно ударил. Но есть запасной филд. Опа, лотос денежку ворует. Поделись, говорит американец. Поделись с китайцем. Также у Никпайна по поводу того, что он нестабильно играл некоторые матчи. Там с 2-0, да, проигрывал. И с 3-0 даже. Также были матчи, где он походу очень сильно имел преимущество над соперником, но в итоге проигрывал. Поэтому здесь ему надо, конечно, доводить, дожимать. Есть у Никиты проблемы с дожимом своего соперника. Так, пошли хаммеры вперед. Если я не ошибаюсь, The Game у нас из Запорожья. Могу ошибаться. Вот я не помню, я постоянно путаюсь. То ли Запорожье, то ли Закарпатье. Постоянно путаюсь. Или
какой-то в деревне, короче. Карпаты вроде, там где-то. Под Карпатами, в деревне. Ник Пайн из Екатеринбурга, из России. Так, здесь, конечно, нельзя терять. Мстители даже вырубались, чтобы они нельзя допускать. Но рапторы хорошо работают. Пока только один хакер, кстати, так и есть. Справа дракон встал. Можно пройти. Ну, там дежурят самолеты. Но вообще, если эту карту рассматривать чисто вот Юса Китай, здесь очень много, я помню, в твое время игралось матч-апов, выбирали ребята на том же Кубке Чемпионов, Чайна и СВГ. И все время брали те, кто хотели победить этот матч-ап, потому что СВГ тут Чайна просто переигрывал. Мне кажется, что Инфантри против Эйра примерно такая же ситуация. Инфантри тут тяжело. Очень тяжело. Дополнительные ресурсы, кроме вышек, негде брать. Вышки уничтожаются. То есть саплай какие-то еще где-то поставить тоже тяжело. А, Бартон. Да, он здесь. Он взрывает здание. Тут что-то было потеряно. Электростанция тоже. И просто-напросто долетают рапторы минус пропаганда. Ну, издевается уже американец. Я думаю, что здесь совершенно закономерно Ник Пайн. 3, 2, 1, до свидания. Ник Пайн должен брать первую игру. Сыграл очень внимательно, вот радует. Реально сыграл очень внимательно. И тут уже такое преимущество отпускать, ну конечно, тем более четвертый ранг. У The Game есть третий ранг. Но надо уже использовать. Бросать на стратегический центр и на Airfield. Ковровку плюс арт-удар, если The Game хочет на что-то рассчитывать. Но, блин, толку, когда такая армия на базе. Ну вы посмотрите на это. Да, там пошла ковровочка. Миги просто отлетают. Там тимстеп появился в чате. Соперники его играют. Да, красиво накрыл, но поздно. Пишет GG. 1-0. Ник Пайн, в принципе, уверенно на... Нас разгромили. Air Force забирает первую игру. Ну, давайте... Посмотрим, как тут отыграется или не отыграется The Game. Так. Где там Фуркутан? Если сейчас Ник упрется, ну действительно он сможет сделать 2-0. Я считаю, что Инфантри может сделать здесь 2-0. Если сильно постараться. Так, The Game теперь ВВСник у нас. Ну, The Game пока, если взять еще вместе с этим стартом, то действительно не очень удачный старт на турнире. Кстати, для The Game это уже третья игра. Третья игра это даже уже не старт, а вот в середине. Старт, наверное, это первые две игры. Кто уже играет третью игру, те ребята уже к середине идут. Примерно с третьей по шестую игру, я считаю, это середина. И вот с шестой уже по девятую игру это заключительный этап для игроков. Хотя можно, наверное, считать с первой по третью игру это старт. А с третьей по шестую середины, и шестой по девятую это конец. Да, наверное, все-таки так правильнее будет. То есть, следующая игра для The Game, наверное, уже будет средней. Пока еще он на старте. В первой зоне, скажем так, из трех. Но надо ему, конечно, сегодня прям... Он пока идет 0-2. Проиграл две игры, играл с сильными оппонентами. Я считаю, что Ник Пайн The Game здесь по зубам. И у Ник Пайна есть победы. Хорошие победы есть. Над серьезными соперниками, такие как Dusty Rhodes, а вот и даже Team Step, то есть он побеждал-то вообще сильных ребят. Опять же, Ник Пайн победил Team Step 5-2, The Game проиграл Team Step 5-2. И надо здесь, конечно, Василию, молодому украинскому игроку, держать себя в руках и просто идти вперед. Не думать и не вспоминать о поражениях, которые были когда-то там, даже в прошлой игре. Классика, два ступлая, воензавод, казарма, особо здесь ничего не меняется по сравнению с прошлым американцем. Ну и тут тоже классика, два ступлая, воензавод, казарма. Так. С продажей командного центра играет, между прочим, пехотник. The Game также полетел вперед медичкой. Кстати, мне понравилось вот вчера, как я уже говорил сегодня. Стас играли с Dusty Rhodes лазер инфантри. И у них был абсолютно разный стиль игры. То есть они оба победили за лазера, но с разным стилем игры. Если Стас играл от дефа,
что Даст играл просто вперед, 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 насаживал, насаживал, инфантри победил. Это было очень удивительно. И реально показали две стратегии, ребята. Одну пассивную, другую активную. И обе стратегии привели лазера к победе. Это было очень интересно посмотреть. А труповоз, Ник Пайн подготовил, а The Game уже дежурит. Смотрите, ребят. Вот так-то. Хочет зарашить прям труповозом Ник Пайн жестко, но The Game отдежурил очень хорошо. И надо, конечно, вылавливать. Не получилось, слушайте, этот БТР пойдет дальше. Хаммер. Здесь мины грамотные. Но должен знать The Game, где атакует соперник сейчас с этим БТРом. Да, и здесь подходит, причем еще мины спалились. Hellfire дрон есть, хорошо сел в домик. Слушайте, Ник Пайн тут сапал траки, прям транжирит. Ой, куда они отошли, как неприятно. И задача выполнена, минус 2 сапал трака, великолепно просто отыгрывает американец. Экономику обрезал. Здесь очень хороший такой мини... коробочка с бункерком. И вот что делать здесь. Захваты учат еще Ник Пайн дополнительно. Ну, знал ты гейм о нем. Знал. И поехал. Надо чинуки отводить. Но вот уже минус чинук. Вспомним прошлую игру. Тогда американец чинуки вообще не терял. Он, кстати, там за одну игру ни одного чинука не потерял. Проблема для The Game. И знаете, это классический раш. Это абсолютно классический раш. Играя через такой БТР стартовый. Флешки есть. И мы видим, что этот классический раш достаточно большие проблемы приносит The Game. Но отбивается. А там пойдет пост. Надо дальше идти отбиваться. И чинук. Чинук. Как опасно чинук получает, слушайте. Но выживает. Нужно еще добавлять. У Air Force дешево. Чинуки 1000 стоят. По сравнению с другими американскими генералами. Хаммер, что, забыл тут о минах? Это очень было опасно. И саполтраки, да, восстановились. Но, слушайте, еще может быть минус саполтрак. Нет, не добьется. Так, пост. Но The Game, да, намного хуже контролируют на американцы. Намного хуже. Чинуки просто сливают один за другим. Неужели? Неужели это не лучший матч-ап для молодого украинского игрока? Так еще и вышку занял Ник Пайн. Но Ник Пайн на карте The Game разыгрывает просто потрясающе. Что за одну, что за другую сторону. Ну, давайте не будем нахваливать. Мы с вами уже были свидетелями хваления Ник Пайна. И потом он как постепенно проигрывал. Проигрывал. Опять же, с счетами 2-0 вел, 3-0 вел и проигрывал. Поэтому здесь надо пожелать Ник Пайну все-таки стрессоустойчивости. И не расслабляться. Но потому что сейчас я уже не вижу здесь шансов для The Game на победу. Он просрал все чинуки. Абсолютно. Поехал какой-то хаммер. Ошалело вперед. Ну тут у китайцев все великолепно, все под контролем. Плюс еще одна вышка есть. Да, одну уничтожили. А здесь она копает. Ой, донат. Интересный момент. Это Евгений В. $10. Вау. Большое спасибо. Большое спасибо за 10 баксов. Огромное спасибо. Сейчас посмотрим, что там хаммер придумает. Навряд ли он что-либо удумает здесь. Это 635 рублей пришло мне. Спасибо большое, реально, от души. GG, ребят, ну что ж, 0-2. Пока у The Game совсем не клеится в лиге. И Ник Пайн претендует уже, претендует обыграть еще одного сильного украинского игрока. Ну прям совсем, совсем что-то The Game не разыгрался. Так, получается, Ник Пайн выбирает карту. Опять же, вспомнить недавнюю игру Ник Пайна против Абуки, где Никита вел 2-0 и проиграл в итоге Абуки 4-3. Sleeping Dragon, о, за стазом повторяет, кстати, карта интересная. Так что здесь нельзя расслаблять булки, ни в коем случае. А еще, если жестче вспоминать, я, кстати, оговорился, я сказал, что Ник Пайн побеждал Дастиша, нет, он не побеждал Дастиша, я оговорился. Вот сейчас хочу как раз сказать. Ник Пайн вел с Дасти Роудсом 3-0 и проиграл 4-3. Ну вот, такие, конечно, неприятности случаются. А, нет, вру. Все верно, Дасти Роудс вел 3-0, а Ник Пайн камбэкнул 4-3, сори. У меня уже каша в голове. У нас нюк супер вэпон. Каша, ребят, каша в голове. Опять Юсан против Чайны. Каша в голове. Конечно, такое нельзя забывать. Это Ник Пайн дал такой, знаете,
жесткий зрелый камбэк против Dusty Rhodes, а не наоборот. А я перепутал эту ситуацию. Ник Пайн, он там тоже вот, он с лагом вроде вел и проигрывал. И вот с Абукой он вел и проигрывал. Прям очень у него так невезуче получалось в этих матчапах. Он сам об этом говорил. Так, ну что, вообще Super Weapon должен быть посильнее Нюка. Посильнее Нюка. Ну, все зависит от того, как будет играть Нюк. Но я считаю, нельзя с гейма сейчас проигрывать за СВГ. Вообще нельзя. За Нюку он должен пытаться победить, но проигрывать Нюку нельзя. Потому что Вася проигрывает 0-2. Если учесть, что у него за 2 игры всего 4 очка в турнире, то он, конечно, сейчас очень большом ауте. Очень большом ауте. Я на самом деле думал, что The Game лучше стартанет в этой лиге. Хотя стартанул-то он круто. Он стартанул, проиграв 2-5, но со спелем. Это был очень крутой старт. Но затем Team Step он посыпался 5-2. И сейчас пока влетает 0-2 Ник Пайну. Так, supply ставится. Пишут, понятно, The Game проиграл. Ну, зря вы так пишете. Опять же, если вы не смотрели игру Ник Пайн против Абуки, то поменяли бы свое мнение, если бы посмотрели эту игру. Возможно, поменяли бы, потому что там Абука тоже проигрывал. Но в итоге выиграл 4-3. Бывает всякое. Так, казарма вперед идет от Ник Пайна и военный завод. Да, он будет пытаться зарашить The Game, понимая, в принципе, всю здесь кузность Нюка, но, как по мне, здесь можно разыграть за Нюка в длинную. Это я помню, играл, когда Стас, он играл с Хэсэ, не, не с Хэсэном, погодите, он играл. Еще один араб такой там есть. Забыл его никнейм, подскажите, кто помнит. Когда тот араб показал просто ювелирную какую-то стратегию, была другая карта, он сыграл за Нюка через филд и победил там. Забункерился просто как мог, но это было очень жестко. Вот, похоже, был там матч-ап какой-то. А, Мэти у никнейм. Вот. Но полетел первый хаммер вперед. А здесь, кстати, фейрбейс. Ну, угадал. Правда, чуть-чуть по таймингам, наверное, поздновато. Труповоз успеет в упор подъехать. Так, а ждет ли хаммер? У Никпайна голая база. Он хаммер не ждет. Вот так-то. Весь расчет вот на этот раш. Ну... Ой, даже фейрбейс не достроился. Слушайте, я даже не знаю, как за гейм будет отбиваться. Это тяжелая ситуация. Да, вырубить сопернику всю экономику и отбить вот эти остатки. Тогда он, может быть, еще и сможет победить. Но сможет ли он сейчас отбить вот эту армию, это вопрос. Паш, блядь, вау. Иди нахуй, Паш. По крупнику иди что-то зашло. Иди, блядь. О-о-о-о, МСИ, блин, 50 долларов, нифига себе. Спасибо, братан. Спасибо тебе большое, дела хорошо, смотрим лигу. Как раз таки был стрим, где ты донатил. Сначала вроде бы 30 баксов, или сначала 20 баксов. А потом я выключил стрим, и ты еще 30 задонатил. Вот я тебе хотел сказать большое спасибо за то, что ты тогда еще поддержал. Большое спасибо тебе за это, МСИ. Я уже вспоминал об этом на стриме, я не знаю, ты видел, не видел. Большое тебе спасибо за такую большую поддержку. Минус, слился хаммер, да как же так-то? И в общем-то Ник Пайн просто рвет. И спасибо тебе большое, МСИ, за то, что ты скинул 50 долларов, реально, от души, ребят. За такую огромную поддержку, прям, реально, от души, от души. Но, блин, у The Game прям дела критически плохо, он проигрывает сейчас Нюку. А Ник Пайн просто молодец. Ник Пайн просто играет вот на пределе, я бы сказал. Шикарно отыгрывает, и The Game не готов. Абсолютно сегодня. Да, пишет GG, это, ребят, 0-3. И я думаю, что Ник может сейчас оформить и 0-4. Ну что-то Ник Пайн. Вот сравнить, как играл The Game с SPL и как The Game играет сейчас. Вообще что-то два разных The Game. Плохо. Плохо у Васи получается. Плохо у Васи получается совсем. Хороший раш получился, причем в защите Ник Пайн отбился минами, опять же. The Game не контролирует, да. Но The Game сейчас нельзя проигрывать вообще, если он хочет победить сегодняшний матч, и ему нельзя ни одной игры больше отдавать. Это невероятно сложно сделать, но у Ника это получалось, тестироваться, правильно?
Да, Васе надо собраться. Васе нужно камбэчить. Так, где-то карта. Что-то я потерялся. Ага, а вот эта карта. Напоминаю, дорогие друзья, завтра состоится шоу-матч по игре Синиси 3 Ярость Кейна. На моем канале встретятся два топовых игрока РУ-сообщества. Топ-1 России Драйв против топ-1 Украины Футу. Это эксперты в игре Синиси 3 Ярость Кейна. До 4 побед будут они играть на рандоме. В 19:00 по Москве. Словил Тильт словил. Словил тильт, говорит, The Game. Играю как бот. Да, The Game поплыл, ребят, весла забыл. Понятно. Поплыл, а весла забыл. Ах. Ну, родной, ты так не подводи фанатов-то. За тебя, между прочим, очень много людей болеет. Да и проголосовало. Ник Пайн вообще идет молодцом. Вот опять же, большим молодцом. 4-0 может сейчас сделать, если очень сыграет правильно. Ну, как он это сделал на Urgutan Air батле. У The Game совсем не идет игра. Но он, я думаю, будет повторять. Он будет повторять. Проблема этого повторения в том, что висит дрон, и Ник Пайн все видит. И он будет готовиться. Возможно, не стоило The Game в прошлой игре первый хаммер посылать вперед. Ему нужно было просто отбиваться. Я думаю, что Ник Пайн будет просто отбиваться, ничего он вперед посылать не станет. Какая-то казарма странная. Жопой к Ник Пайну повернута. Да. Избушка, стань. Передом ко мне, а жопой к лесу, да? Но все наоборот. Что тут за гейм? Куда он... А, он решил дома занять. Ну, как-то... Да. Ладно, посмотрим. Посмотрим. Сразу захват и пошел. Три саплая в захват и пошел, Вася. Хм. Так, ну Ник просто спамит пачку. Слушайте, нет, The Game, он показал, в принципе, что будет играть так же, но он не играет так же. Он решил удивить немножко соперника, чтобы тот сидел на базе и ждал, и тот сидит на базе и ждет. Хм, ну там сейчас выйдет еще медичка, и, в общем-то, все это полетит вперед. У Василия будут проблемы. Да, захват выучил. Посмотрим. Вообще карта большая, обширная. Если быстренько уйти в центр пропаганды и выйти в оверлорды, то, конечно, будут шансы у Нюка, но пока этим не пахнет. Вот пошли по левому флангу проходить гатлинги. Хотят зайти на пустую базу. А, 4 хамвея без, кстати, почему-то медички. Хотя, если будут танки БМы, то медичка убирает... То медичка убирает... радиацию. Так, я смотрю, там началась политика. Не, ребят, давайте без этого. Я пока удалю сообщение. В следующий раз выпишу временный бан, а потом постоянный. Мы без всяких лозунгов, без всякого говна. Мы вообще сейчас играем в игру, поэтому не надо такие всякие штуки писать. Да, и просто Ник Пайн разбивает The Game. Тут есть еще один военный завод. Хорошо, гатлинги зашли. Сбрили там чинучки. Справа гатлинг, надо контролировать. Вася не контрит, нифига. На базе аут. Будет попытка казармами отбиваться. Да, вышка есть, деньги есть у The Game. Хорошо, хорошо, очень гатлинги на заходили. Справа еще гатлинг, надо идти вперед только, выбивать. Так. Ну тут Ник Пайн контролирует прям. Вот так должен играть СВГ. The Game пока выдумывает. Выдумывает прям. Ну, забыл про этот гатлинг, он прям реально забыл. Очень долго здесь простоял. Да. Просто одни минуса. В наглую решил побежать и перехватить вышки, но. Что ж это такое?
Дозер есть живой, куча пехоты. За гейм рассчитывают отбиваться. В идеале, если нюк дойдет еще до ядерной ракеты и ядерных мигов. Ну там такая армия хаммеров, ну это просто жесть. Чинуки-то восстановил, посмотрите, за гейм. Ну захват мега наглый. Тут, правда, дозер есть. Надо больше пехоты, за гейм это понимает. Пехота сейчас ключ к тому, чтобы держаться, отбиваться. Вот она большая армия хаммеров. Но пропаганда не вижу. Где пропаганда? В ресурсы плотно ушло, где технологии? Так. Ну хотя бы один хаммер забрать. Забрал один. А дозер код смотался, непонятно. Ну слушайте, куча вышек у The Game, куча экономики. Еще бы все здания заминировал тогда в такой ситуации. Гатлинг справа? Да пропаганда нужна, Вася. Пропаганда тебе нужна. Оверлорды нужны. Хотя сейчас ему зато не страшно терять саплай. Денег реально много. 4 вышки на карте. Вот этот момент сейчас может просто спасти The Game. Да, ставится пропаганда. Забыл, говорят, поменять генералов. Совершенно верно. Сори. Так, ну вот минус парочку хаммеров. Ракетчики работают. Еще можно забирать. Правда, лучек много. Но вот хаммер еще один забирается. Ракетчиков остается много. Ну, БМа поспамить хотя бы. БМа, нет? Не хватает этого. Не хватает. За гейму. Так, ну пехота еще наспамила. Вот-вот будет готова пропаганда, боже, с лычками все, о-о-о. Честно, я не знаю, как от этого отбиваться. Никакой овер здесь уже не поможет. Дозер пошел поправо, куда-то дальше. Ставится опять завод. Ну, даже не выпустить ничего здесь. Но The Game с двух казарм спамит, это очень важно. Так, Филд устанавливает у нас СВГ. Появится Аврора, стратегический центр. Ну, а что ты хотел? А, ну понятно, барбарики. Сука, блядь. И это тактика. Это тактика, пишет Dark Reaper. Спасибо тебе большое за поддержку. Ну, такая тактика, если говорить про The Game. Хотя, на самом деле, он очень нагло забрал вышки слева, и в этом плане большой молодец. Упустил Ник Пайн этот момент. Посмотрим, может быть, Лотос еще появится, она уже появилась, что-то исправит. Но пока The Game держится, знаете, за нюка это достойно. Надо отстраивать командный центр. Надо отстраивать командный центр, потому что появится Аврора, и уже есть третий ранг, причем снайпера у Ник Пайна. Аврора просто за дозер хантит. Но если она сюда хотя бы ударит в эту пачку, она вся отлетит нахер. Аврора это жесть. Ага, просто будут убивать Ник Пайн эти вышки. Бартон выходит. Так, Лотос бежит. Надо филд отменить, попробовать Лотосом. Чтобы Аврора не мешали. Он там снайпера, ну конечно, а что-то хотел. Но выходят оверлорды. Конечно, снайпера будут работать. Пехота уже не годится, все. Надо больше оверов. Завод справа интересный. Но мне кажется, для нюка здесь все равно без шансов. Ну, слишком все хорошо. Четвертый ранг у американца. Вылетает Аврора и до свидания. Где Лотос-то? А, встала просто. Да, The Game совсем неудачно играет. Сегодня. И по всей видимости, без какой-либо интриги победу он отдает. Но теперь только интрига в очках, кто сколько возьмет очков. Ладно, если бы хотя бы у нюка был ранг повышения, сбить там стратегический центр, сбить этот филд, а ведь нет такого. Там уже вторая Аврора выходит. Аврора сейчас будет просто бить по этим оверлордам. Так, дозер здесь назад вернулся. Были бы хотя бы миги, чтобы сбивать эти авроры. Мигов нету. Ну вот полетел Аврора, мы видим. Сейчас жахнет, я чувствую, так жахнет. Мимо The Game ушел.
Оверов-то много, кстати. Ну, пора КЦ ставить. Дозерхант очень близок, это опасно. Поставить КЦ у The Game of Luat 8800. Ставить обязательно ядерную ракету и филд, все. Тогда еще можно играть. А так, я не знаю. Но сейчас повышение полетят от Никпайна. КЦ же сделал лотос, до свидания. Слишком долго бежала. Даже команчи выходит. Никпайн уже полностью под контролем держит игру. Я думаю, что Никпайну не хватает на самом деле уходить еще в ресурсы. У него два сапплая так и работают. Просто тут слева есть коробки. Сюда можно ставить. Пошли повышения. А10. Опять же, Аврора. Спектр Ганшип здесь отработал по пропаганде. А10 летит... в дозер, наверное, хотел. Бартон вышки минирует здесь. Да. Ну вот палится, посмотрите, дозер, строящийся КЦ. Я думаю, сейчас сюда Аврора просто прилетит и... К бабке не ходи. Пока сидит Аврора. А вот Аврора есть. Так, там большая пачка оверов. И сейчас их очень важно отконтрить. Потому что прилетит в воздух соперника. Окей, КЦ будет у Загейма. Вторичка пошла. Вот Никпайна. Так. Сейчас будут удары. Будут очень опасные удары. Надо разводить в армию. Боже, вот это мясо, джи-джи. Да, 0-4. Никпайн пока не оставляет Василию совсем никаких шансов, но совсем не похож на Загейма. Совсем не похож. Ну как же ж так же, ша? Просто раз... Хотел бы матягнуться, но не буду, ладно. Просто развал, скажем так. Так, мапу выбирает Загейма. Ну, надо ему сейчас делать 3-4 хотя бы, чтобы еще взять очки. Он пока на дне сидит вместе с Оздимасом. Только с ним пока борется за 9-10 место. 10 место вылетает с лиги. Это уже 100%. Так, Sand Scorpions. Где там? По поводу 9-го, там вроде стыки будут или еще что-то, не помню. По поводу 9-го. Надо читать правила. Но 10 место 100%. То есть The Game'у надо 100% хотя бы 10 не занять место. При такой игре, ну как-то совсем уж все плохо. Что ж, Stan Scorpions выбирает украинский игрок. И смотрим с вами. Infantry против Стелса. Ну вообще, хороший матчап для этой карты, я считаю. Infantry Stealth, очень будет интересно посмотреть. И у The Game сейчас, я считаю, на этой карте очень большой шанс забрать первое очко у Никпайна. Все-таки Stealth это Stealth, особенно на Sand Scorpions. Такс. Где там Sand Scorpions, окей. Okay. I scroll to pit. Ну что, бойцы готовы? Готово, отлично. Продолжаем. Ну что ж, 0-4 или 4-0. Большая неудача сегодня постигла The Game, украинского игрока. Я лично вообще не рассчитывал, что будет такой разрыв от Никпайна. Ну прям... Дает Ник, конечно, сегодня дает. Ладно, Infantry, Ник Пейн и The Game Stealth. Но вообще, я категорически не верю, что сегодня может состояться первая сухая. Вот просто я в это не верю. Но это прям... Прям что-то с чем-то будет, если Ник Пейн еще сегодня закончит. У нас не было ни разу счета 7-0 вообще. 30% турниров позади, не было такого. Но есть шансы. Есть шансы сегодня. Никита под конец лиги прям набил. Хотя он и со старта лиги очень хорошо играл. Но он подошел, кстати, в хорошей форме.
в середине, наверное, и своего отыгрывания турнира он чуть-чуть так... Ну вот опять же, вспоминать, если те матчи, где он должен был побеждать. По крайней мере, ну, я ставил там на него, потому что он действительно играл хорошо. Но он проигрывал эти матчи, хотя выигрывал по ходу. Вот эти моменты, если убрать, то в целом он вообще прям шикарно проводит турнир. Окей, стелс, 2 сапа, военный завод, естественно, разбег, норочки, быстрая пропаганда от Ник Пайна, вау. Вот что удумал, Лотос будет захватывать вышки, возможно, это попытка будет уйти, помимо Ецемок, еще и в танки Инферно. Нужно разбираться, нужно смотреть, как будет. Можно было, конечно, попробовать и сыграть в хеликсы стартовые, но это стелс. Со стелсом опасно. Норки в стелсе, непонятно откуда что вылезет, это очень опасно против стелса прокатывать. Поэтому такая классика. Да и, в принципе, Ник Пайн-то может себя спокойно чувствовать, он 4-0 ведет, он понимает, что он сегодня победил. Но он хочет по максималке забирать очки, я уверен, потому что у него осталось не так много боев. И чтобы попасть хотя бы в топ-6... В топ-6 этого турнира ему нужно по-любому больше-больше забирать. Вот по поводу попадания за гейма в топ-6 я начинаю сильно сомневаться. Очень уж проигрывает он первые 3 встречи жестко. Не, ладно, там со спелем окей. С Тим Степом он мог бы и получше сыграть. А вот с Ник Пайном, ну это прям вообще никуда не годится. Мне кажется, знаете, за гейм пришел выступать на этот турнир. Отдал все свои силы со спелем, сыграл с ним просто шикарно. И на этом все, говорит. Мои силы меня покинули на весь турнир. Буду сливать. Ну, надеюсь, это не так. Ну и наглая норка какая-то. Интересное положение для норки. Вполне. Ну, одну вышку взял, две вышки взял, два сапа есть. Вообще и левый полуостров берет. Да не, ну пока у Зигейма тут все предпосылки к тому, что вот он прям должен. Прям должен топить он в этой игре за стелса. Тем более, он любит этого генерала. Он любит гла, в общем. Жесть, конечно. Да, посты собираются. Вот и девочка вышла. Китаяночка. Но, на самом деле, точно мы не знаем, китаяночка или нет. Она просто азиаточка. Возможно, девочка из Казахстана. Такое тоже может быть, ребята. Смотрите, как они сисечки. Туда-сюда, туда-сюда. Ой, какие... Кстати, мне кажется, ли у нее с 2018 года они реально уже выросли. Такие большие бюсты. Не, у нее вроде меньше сиськи были. Что-то прямо она это... Следит за собой. Это рожа. Ладно, все, ребят, хватит смеяться над самой крутой девкой в этой игре. Почти единственная девка, если не считать Линк, генерала, не считать генерала Александру. Но Лотос берет хотя бы себе одну вышку. Так. Я, естественно, ни в коем случае казахом не в упрек, потому что назвал, что он с Казахстана. Ну, а почему бы и нет? Внешность вполне себе подходит. Было бы круто. Я это только в хорошем смысле, ничего не подумайте. Так, командный центр отстроил пехотник. Ну, слушайте, стелс уже и второй саплай ставит на левом полуострове. Ну, за гейма все прекрасно. Дворец. Да, дворец. 5-я минута. Кстати, с такой экономикой со старта можно было и пораньше. Ну, там прям инфантри что-то расплодился в постах. Очень большая армия. Скат-лаунчеров нету. Тим Степ, зачем мне смотреть ваши репки? Они же были там. Кто-то их стримил, ваши репки. Ваши игры, кто-то стримил. Я буду смотреть реплеи, которые никто не стримил. Это Ник Пайн с Оздимасом. Они без стрима сыграли. Там причина была. Так. Ну, слушайте, сопротивление есть от стелса в центре. Но пробивает. С трудом Ник Пайн, потеряв почти все свои посты, он пробивает.
Но мне кажется, это в пользу The Game, на самом деле, потому что время Пех тут очень много потерял, там уже почти готов дворец. И укрепляется слева полуострова тут. Стелс очень даже хорошо. Так. Ну, смотрите, какая красивая она вот справа, если посмотреть. Фотография лотоса. Красивая же. Так, ну вышку центральную Ник взял. Здесь-то The Game уничтожил ему вышку. И справа, кстати. Ну, две вышки есть. А, The Game просто решил подорвать. Прибежал под дровниками здесь. Квад плюс ракетчик. Так, а Ник Пайн уже забирается к стелсу на базу. И здесь дополнительно еще ставятся норочки. Минус вышка. Так, ну есть Джарван Келл. Спрашивают, а что не... Ну, может быть, бурятка, я без понятия. Я просто же по приколу, ребята. Ни в кому не в обиду. Так. Уместно было бы, если бы Абук играл, конечно. Не, ну в любом случае. Ребят, я там вижу, в чате пишут, зачем трогать Казахстан. Я ни в коем случае не хотел как-то... Я просто шутливо и, скажем так, по-доброму, то есть... Не воспримите это как какой-то стёб или еще что-то. Как бы. Ничего такого нету. Я уважаю казахов от всей души, поэтому ничего плохого вообще про вас никогда нигде. Я там не какой-то нацист или еще кто-то, поэтому ко всем народам я отношусь с уважением очень хорошо. Командный центр устанавливать здесь The Game. Кстати, Лотос там в тыл пробежала. Ну, тут уже вся пачка инфантри закрылась. Спам с двух заводов, надо черный рынок тыкать. The Game, он уже пошел-то делать. Ну, а китайцу попытаться хотя бы центр забрать. Здесь коробки есть. Но мне кажется, что у Бладшит больше шансов здесь на победу. Так. Так, ну Лотос перебегает. Можно деньги воровать. Хороший вариант. Нагло рабочий. Там Миги появляется с напалмом, кстати. Мало ли батлбасы. Да, и дозер-то в центр пришел, но тут норки очень опасные. Ага, и подрыв вышки, да? Совершенно верно. Ну вот смотрите, The Game начал играть. Вот это уже тот самый The Game. Да, GG пишет Ник Пай, ну что ж, наконец-таки The Game берет для себя первую игру, ну боже мой, а. Не, если вам не понравилось то, что я сказал, то я за это приношу прощение. Ну, я в этом ничего такого прям не вижу. Так, ну что ж, может The Game еще за инфантри возьмет, не? Не хочет постараться? Ну, стараться-то в любом случае будет. Так, и что там? Стелс. Стелс, конечно же. Так, водички попить. Ну, хотя бы, фух, ребят, не сухая. Радует уже от души. The Game размочил эту дырку от бублика. Этот нолик неприятный. Поехали.
Что ж, стартует у нас украинский молодой боец справа, боец из России слева. Ну, за гейму надо прям придумать. Мы видели, что вот этот пассив, он не работает. Глад просто забирает всю карту. Честно, на шару попробовать хеликс, почему бы и нет. Или пойти, допустим, дозером, сразу забрать левый полуостров, тут построить построечки, казарму, может быть, военный завод. Но надо территориально перебивать Гла. Нельзя ему отдавать левый полуостров, Китай должен сам его занимать. Стараться, по крайней мере. Причем против глашников очень часто ставят военные заводы на левый фланг китайца, чтобы не отдавать им этот жирный кусочек. Можно даже вспомнить игры с World Series. Это был World Series 20-го года, когда Бойко победил Экскала. Экскал играл тогда в полуфинале с Шеем. Он победил здесь, правда, за чайным стелсом. Но победил тем, что завод установил вот сюда и просто пропушил. Так, саплай-трак. Саплай специально был построен, чтобы для того, чтобы поехал первый грузовик давить. Но рабочий оказался хитрым и прячется. И дозер, кстати, на левый фланг еще с одним саплай-траком. Два сапа есть. Военный завод ставится как раз-таки слева, вот то, о чем я и говорю. И барак на базе. Ну, попробуй за гейм. Никаких хеликсов он там не придумывает. Так, есть военный завод. Саплай-трак будет дежурить, рабочего поджидать. Слева тоже рабочий спрятался. Должны пойти драконы. Угонщиков против пеха, конечно, редко юзают. А он ждет угонщиков. Да, наглый рабочий будет уничтожен. Ага, техничка слева полетела. Вады пошли от Тикпайна. А что хочет делать техничка? Может быть, действительно перехватчика сделать? Или подрывничок? Ха-ха, не дает за гейм, не подпускает просто. Не подпускает. Но вот правильно играет инфантри, занимает левый полуостров. Прям совершенно правильно играет. Рабочий ушел туда влево. Надо, конечно, его отконтролить. Ну, а Сентри на правом фланге свою вышку забирает пока Ник Пейн. Так, ну пропускает рабочего слева здесь, посмотрите. И зато размещает ресурсный центр слева здесь у нас Зеки. База пока, бункер только есть, защита топлая. Да, да, но упустил рабочего, ставить теперь нору, боже. Но пропустил, ну как так-то? Сейчас отсюда будет пачка вываливаться. Главное дозер не терять. Саплай стоит за гейм. Должен спалиться рабочий. Да, да, пошел его искать, но поздно. Норка здесь спалилась. Пошел дамаг по норке. Но я думаю, что все это дело сожгется. Отработал за гейм, да, с потерями, но оно того стоило. Ну, неплохо. Вот сейчас инфантри прям действительно круто играет. Молодец за гейм. Где ж ты раньше-то был? Когда не было счета 1-4. Пока круто играет Запеха. И если еще попытается инфантри центр отжать и вышки уничтожить, то вообще у Гла будут большие проблемы. Но вот справа Никпань будет также захватывать. Опа! Дозерхант! Прокатило Дозерхант. Надо задуматься о командном центре. Посмотрите, в каком месте его ставят за гейм. Хотел тут установить, вроде он военный завод ставил на базе еще один. Но у стелса много денег, куча вышек на карте. И уже ставит дворец, естественно. Эта игра намного интереснее, чем прошлая. Главное, чтобы достроился командный центр. И у пехоты все более-менее поспокойнее будет. Ну, драконов надо больше сюда давать, в центр, чтобы они все прожигали. Но один военный завод, конечно, не дает столько на спамить, нужен еще военный завод. Там есть посты, попытка уничтожить вышку. Надо аккуратно сыграть и уничтожить ее. Не, ну прям отступает за гейм.
Буду добивать. Да, вышка минусуется. Смотрите, как лихо. Что ж, можно и подальше. Тут норки есть. Ракетчик мог бы тут понаглеть по электростанции. Ох, какой рабочий пытается зайти. Вот The Game, кстати, не контролирует то, что происходит у него там сверху. А пост еще к одной вышке подбирается. Что-то спит Ник Пейн. Спит. Сейчас он теряет вторую вышку, это плохо. А The Game готовит армию как раз-таки, по всей видимости, в эту сторону. Или в центр. Но вот справа. Нора шикарная. The Game... не наблюдает на свой туда тыл, откуда может вылезть неприятность. Да, и минус еще одна вышка. Если все вышки потеряют на карте красной, то у него просто денег потом не останется драться с пехом. Пехали левый полуостров, еще и завод военный ставится. Ага, ну вот посты пошли на проверку, увидели ракетчика. Это, конечно, дает кое-какие сигналы, предпосылы. Вот здесь ракетчики, да. Все, понятно, что здесь завелось что-то интересное. Там куча просто квадов вылазит. И возобновляем узон. Вся пехота высаживается. Ну, не знаю, насколько это правильное решение. Хотя квады отлетают просто только так. Надо бить, правда, не ракетчиков, а квады. Токсотрактор! Ух! Слушайте, отбивается за гейм? Да, отбивается. Ничего себе, хватило им пехоты. Просто вау. А, в центре supply, но тут стоят посты, не бьют. Непонятно, чем они занимаются, но вот начинает пост работать. Блин, если The Game полностью заберет Sand Scorpions, ну это просто... Как у нас говорит один достаточно малоизвестный, но стример. Ошалеть! Да, это намек на имбасайза. Так, Михаил, привет, 5 баксов, привет из Израиля, спасибо за топовый контент, дружище. Спасибо, Михаил. Большое спасибо тебе за поддержку. Привет тебе большое в Израиль. Спасибо большое. Очень приятно, ребят, очень приятно. Ну, смотрите. Вылетает. Вылетает опять здесь Ник Пайн. И убивает электростанцию. Есть запасные? Строится. Да, ну Ник тут прям дает. The Game упустил моменты. Хотя The Game вот в центр начинает пробивать. Надо смещать армию направо, защищать свою базу. Что-то не совсем Вася об этом беспокоится. Да, он центр сносит. А базу-то теряет. И тут supply еще, тут еще сколько? Почти 10к, это много. Ну, Джарман Кел помогает. Сейчас как Джарман двинется на минах. Ать, минки есть. Да, но The Game решил пойти в контратаку, я так понимаю. Теряет базу, но главное это левый полуостров. Уже филд отстроился, но зато пошел вперед. Правда, теряет юниты также. У Ник Пайна второй черный рынок устанавливается. И Лотос перехватывает вышки. Так, а эту вышку? Да, Никита, конечно, очень много квадов в атаке использовал, надо теперь отбиваться. Увел их вроде назад. Правда, тут The Game сам себя сжигает. Ну, прям молодец. И отменяет один черный рынок. Кстати, мейн-то сохранился и добывает здесь инфантри, несмотря на все эти потери. То есть у The Game даже все очень хорошо. Ковровка уже полетела на черный рынок. Вместе с арт-ударом. Полностью закрывается черный рынок. На квады не успел сделать никакие апгрейды на патроны, на снаряды. А, ну вот и армия пошла сюда. Наверное, будет зачищать вот эти позиции сейчас. И дальше пройдет, возможно, наверх под вышку. Ну, сопла еще поставил. А вот она контратака. Кстати, ну хотя бы бункер, да, поставил бы Вася. Ну что-то совсем слишком нагло. Бункер даже не поставил здесь. Так, а Филд что спамит? Непонятно, пока Филд просто стоит. Как памятник. Там же еще пост. А, вот Филд миг делает, понятно. Да, но это лихо пропустил The Game. Реально бункер поставил бы один хотя бы, да и все, для безопасности. Просто как подстраховка, а что это за проходной двор?
Мне кажется, Ник Пайн сам не ожидал здесь проходной двор кого увидеть, без какой-либо защиты. Да, и минус военный завод получил. Но у стелса деньги заканчиваются, вот в чем проблема. Стелс играет в один сап и в одну вышку, все, вся экономика. Ну вот черный рынок построился. А у Пеха эко по всей карте. Да, расчищается позиция. Я думаю, что саполтраки могут просто в дальняк здесь пару ходок сделать. Их очень много, и они отсобирают все. Но отбился за гейм. Вот теперь бункерится. Понятно, дело понял. Так, еще два черных рынка. Кэшбаунти также капает. И четвертый ранг имеет пехотник. Напоминаю, что последняя игра в этой паре будет Лазер Миррор. И мы с вами посмотрим еще игру Ник Пайн против Оз Димаса, но она будет в реплеях. Но эту игру еще никто не видел. Ребята без стрима сыграли. Была там у них причина на то. И скинули мне реплей, чтобы я посмотрел. Поэтому как раз вот мы посмотрим второй матч. Как сыграл Оз Димас против Ник Пайна. Но мне кажется, The Game уже не должен такой отпускать. Должен делать 2-4. А еще The Game не должен был за СВГ проигрывать нюк. Ну вот серьезно. Если бы он ту катку не отдал, то сейчас просто сравнял бы счет. А так? В любом случае, Ник Пайн победит. Но теперь такой вопрос, с каким счетом? Так. Да здесь, ребят, бесполезно стрим снайпить. 2 минуты задержка абсолютно бесполезно. Никак это в играх один на один вам не поможет. Да и в принципе стрим-снайп он только отвлекает. Поэтому. Так, Лотос. Да, перехватывает потихоньку The Game вышки. Ну что, Ник Пайн. Ресурсы заканчиваются. 4 рынка. Рокет баги, все без грейдов. А Пех даже восстановил сап. И ставит еще филд. Не знаю, мне еще и хакеров спамят. Мне кажется... Ого, тут товарищ стоит. Мне кажется, что можно сделать хеликсов штук 6 и уже просто пугать своего соперника постоянно. Он постепенно сдастся. Ну, молодец. The Game очень хорошо сыграл за Пеха здесь. Забрав левый полуостров. То, о чем я и говорил. Как нужно это делать. Начал играть. Написал The Game, что словил тильт, но мы видим, что после словленного тильта он даже заиграл. И миги добивают спокойно и норку, и черный рынок, подрыв вышки от The Game, от Ник Пайна. Выловил тут одиночный бедный Инферно. Будет ли помощь Инферно? Прилетят ли миги? Задефать гаубицу, а? Да, будет такой. Но убило своих и чужих. Ладно уж, хоть разменялся. Так, это были минки сброшены. Ну неужели Ник Пайн реально рассчитывает здесь на победу? Никита. Мне кажется, победить здесь уже практически нереально. Но повышением просто будут убивать черные рынки и все. И останется главщик без денег. А пехота позаботился. Интернет-центр, все шикарно. А потом еще 5-й ранг от Пеха кидается на мейн Эми бомбы и заходится чем угодно. Еще справа за военный завод. Много-много сейчас, конечно, ресурсов у The Game, чтобы везде распространяться, скажем так. Ну, молодец, гейм хотя бы вот действительно интрижку на очки оставляет. И по крайней мере, у него есть шанс 3 очка забрать вместо одного там или двух. На Трово нету задержки. Нет, на Трово должна быть задержка. Там не может не быть задержки. На Трово должна быть тоже задержка абсолютно такая же. Сейчас я посмотрю. Да, на Трово есть задержка, что вы думаете? Там техничка сейчас только едет вышку подрывать, а он уже подорвал когда. Он только сажает в нее там подрывников. Так что все там есть. Все предусмотрено. Она просто чуть-чуть поменьше, там, секунд на 10. Но она... Все равно там есть задержка. Пытается рокет багами здесь Ник Пайн как-то мешать. Но... Просто тянет время. Никита.
Никак иначе. Просто затягивает. Да. Зигим не стал ждать. Еще получше нельзя. Пошел просто вперед по этой пачке на правом фланге. И еще по черному рынку. Совершенно верно, по норке. И здесь огромная пачка. Все. Нет, такой стелс уже не сдержит. Но это прям бомба идет. Я думаю, что сейчас будет очень быстрый пятый ранг. И Ник Пайн, да, пишет GG. 2-4 за гейм полностью забирает Сент Скорпионс. Вот только сейчас, вы понимаете, что если бы The Game до этой игры размялся, сыграл бы 4 игры, которые он сейчас срал 4 игры, то он бы лучше сыграл со старта. Да, вот это прикол. В итоге-то Ник Пайн сделал 4-0, и сейчас The Game 2 игры подряд откомбэчил. Карта Ник Пайна и Лазер Мирор. Они, кстати, оба любят играть с Юса Мирор, если я не ошибаюсь. Хотя The Game нет, The Game, наверное, больше Глав любит играть. А вот Ник Пайн прям на Юсах. Так. Ну, Вася хорош. Без очков. Отказался уходить с поля боя. Угу. Юса Мирор на Арктик Лагуне. Они, кстати, с Тимстепом играли там же. Разошлись тогда в ничью с Ник Пайном. Тут у них тоже были Юса Мирора. Так, ну что, два лазера. Последняя игра у этой пары. И мы с вами перейдем смотреть Ник Пайн против Оздимаса. На завершение сегодняшнего стрима. Тоже будет полноценный матч, 7 игр. У Оздимаса очень плохие дела, даже хуже, чем у The Game сейчас идут. Поэтому там надо Димону прям хорошенько поднапрячься. Так, The Game стартует сверху, под зеленым цветом. Молодой украинский боец, 16 лет, в этом году будет 17. Ник Пайну порядка 20 лет, тоже молодой, студент из России, под красным цветом на нижнем споте. Вообще, если следить за играми Ника, он любит играть за Юсу пассивно. От дефа через хаммеры. Допустим, сопла и захват вышек. Но, кстати, удивительно, что ставит сразу казармы. Я помню, он когда играл с тем же тимстепом, два раза подряд ставил два сапа. Неужели дроп увидим? The Game — это любитель дропать. Ага, нет, The Game не будет дропать, что самое-то интересное. Вы посмотрите. И два барака ставит. А вот этот The Game обожает. Ставить два барака он обожает просто. Это прям излюбленная его стратегия. Да нет, смотрите, Ник Пайн играет свою классику. Да, да, он не будет дропать через хаммеры и захват вышек. Ну что ж, до чего доведет стратегия? А отменил вторую казарму и ставит завод, обманул что ли? Но мне кажется, это никак не влияет сейчас на Ник Пайна. Он все равно будет играть в то, что начал играть. Да, побежал в захваты. Абсолютно стандартная игра от Никиты. Ну посмотрим, к чему это приведет. У The Game 2 сапа. Будет ли The Game отменять захват вышек, это вопрос. Если получится, хорошо. Если не получится, хорошо для Ник Пайна. Так, полетел первый хаммер под саппл-траки. Есть чем встречать. Ой, саппл-траки, грудчинуки, конечно же. И высаживает Ник Пайн в ракетчика. А еще оставил два камеры, ну что ты, The Game, не контролируешь-то, боже мой, а? Спасется чинук? Спасся на нулях, но спасся. Да, пошла контратака, он, кстати, пытается, по всей видимости, отменить захват. Шарит, видит. Дрон был хотя сбит, ну да, да, это понятно, захват выучен. Пойдет наверх отменять. Видит ракетчиков здесь. Возможно, будет бить вышку. И минус дозер, слушайте, минус чинук, ну, The Game... Где твой контроль? Хо-хо! Да. Но одну вышку Ник взял. И здесь хаммеры работают. Что-то теряет The Game. Теряет много хаммеров. Но хотя бы дозер живой. Да, здесь рейнджер гоняет. Вообще и второй сапплай. Вообще у Ник Пайна так в половину все получилось. Потому что одну вышку ему не дали захватить. Вторую уничтожают тут же. Им приходится ставить второй сап. Он его ставит. Спам есть два хаммера. Но The Game, в принципе, ситуация еще не так мега плоха сейчас.
Да, здесь будет Хаммер пустой добиваться. Слушайте, и Вася нормально все, выровнялся. Но надо ему возместить потерю Чинука. Один потерял, потерял Чинук, естественно. Так, а там уже Тоу имеет Никита. Ну где контроль-то? Ну что ж так просто отдает Хаммер? Боже, ну что такое? Ой, ну хоть высадил. Ну слишком просто отдает. Будет бить по вышке. Так, два Хаммера есть. Хаммер справа еще обходит. Кстати, Ник Пайн, он как раз таки полетел направо. Заранее контролирует, все видит. Захват будет вышки. Хаммер что-то встали здесь. Непонятно. И перестал бить вышку. Ать. Так, один Хаммер отлетел. И тут на тоненьком один выживает. Вышку, да, добивают. Но за гейм не восстанавливает Чинук. Ну что такое, а? А тут два Чинука. Но у них пайная экономика лучше. За гейм пока проигрывает. Чисто экономически. Хоть и все вышки были снесены. Строят стратегический центр. Вау. Так, получил здесь. Есть рейнджеры. Какие-то у вас странные выводы, что значит у Никиты нет мотивации играть. Куда она должна пропасть? Боже, ну что вы, ребят, тут ерунду придумываете. Просто The Game это тоже, знаете, не игрок, первопроходимец, скажем так. Не выдумывайте. The Game знал, как надо играть. Так, ну неплохо он тут высадился. Смотрите, как контролирует, а. И сейчас Ник Пайн теряет. Теряет юниты. The Game так и не добавил второй чинук. Ну что ж такое, а. Есть серч. Летит опять Хаммер вперед. Ну второй чинук ты добавляй, Вася, ну что ты. И по одному Хаммер отсылает вперед. Тоу, конечно же, есть уже. Но сейчас на серчи, кстати, Хаммер выносит. Ник Пай не контролирует. На серчи хорошо отработал. А вот, я не знаю, я буду тыкать его в этот чинук. Ну что это такое? Строится командный центр. Потерялся старта чинук и все, и забыл про него. А потом, наверное, а чё он меня переспамил? А почему у него больше денег? А потому что чинук не работает всю игру. Да, тут много ракетчиков. Два Хаммера слева проходят. Но пока The Game пытается играть первым номером. Что-то похоже, вот когда играл Ник Пайн с Тим Степом. Тим Степ тоже рвался вперед. Ник Пайн скопил пачку и потом, ну, вдарил. А тут в наглую бьется Сап, кстати. Нифига себе. Стратегический центр достраивается. Так, ну там большая армия идет. Сейчас убьет. Убивается гейм, надо контрить. Надо высаживаться, ну ёшкин ты кот. Есть тоже стратегия найти ликвидировать. Так, размен с Хаммерами получился. Добавил чинук, вау, ребята. Праздник у The Game на улице. Он добавил чинук, но у Ник Пайна сейчас больше армия, намного. Но осталось в один сап. Правда, чинуки могут спокойно туда копать. Успеет The Game отспамиться? Неужели он опять вперед идет? Ну там явно больше Хаммеров. Ага, Supply третий ставит. Высаживаться. The Game вообще не контролирует. Просто. Пинг хороший, контроль нехороший. Ну просто не контролирует. Как же так-то? Ник Пайн, мне кажется, просто идти вперед и побеждать сейчас. У The Game армии нету. Сливает Хаммера. Ну абсолютно напрасно. Так, ну здесь, конечно, высаживается армия. Хотя по экспам The Game впереди. Восстановил второй сап Никита. Такая сейчас, знаете, идет игра кошки-мышки. А The Game все пытается в третий сап уйти. Ну вот опять, ну где контроль, да высаживает и... Ёп,
Твою же дивизию, ну что это? Рассчитан то, что ракеты не долетят. Да, конечно, там Серж плюс 20 к дальности стрельбы. Че это не долетят? Долетят еще как? The Game, такие же сейчас камеры, как и у тебя. Ник Пайн в X-Pack теперь впереди. Ну, осторожничает, естественно. Тоже строит командный центр. Да, есть третий саплай, но не дадут так просто добывать. Ну, слишком прям захотел. И сбивается Чинук. Ага, слушайте, контратака. Ник Пайн этого не ожидал. Очень нагло сбивается военный завод. Серьезно, вот этот The Game дает. Хорош, хорош. Так, ну тут надо не терять сейчас просто так хаммер из The Game. Это прям ошибка будет номер один, если он... Он дозер хантит. Такие же еще дозер слева. Смысл дозер хантить? Сейчас. Ну, посмотрим, может быть, попробую как-то настигнуть еще дозер. Он мог раньше убить его, когда саплай бил. Тогда был бы смысл. Ну, просто The Game теряет армию только так. Спамит, конечно, новую. Ну, кстати, по экспам как-то все равно разменялся лучше, посмотрите. Уже скоро снайперы. Надо Ник Пайну бежать и достраивать КЦ срочно. Полетел вперед. The Game все-таки добывает справа. Ага, решил взять артиллерию. И сейчас будет врыв по центру, ё-моё. О-о-о, The Game, ты что делаешь-то? А вот и привет. А где лазерлоки? Ха-ха, не контролирует. Да? Неужели так просто пропускает Вася на свою базу соперника? Тоже теряет военный завод, строит еще один барак. Ну, у них Пайна третий ранг. У The Game чуть-чуть не хватает до третьего ранга. Но мне кажется, это GG. Для The Game тоже, да, появляется третий ранг. Там камеры не пустые. Ну вот пропустил, да, The Game. Но ошибался он явно сегодня больше, чем Ник Пайн. Явно ошибался больше. Как бы он там хорошо не сыграл с Сэнд Скорпионс, но ошибок на остальных картах, в остальных матч-апах намного больше. Ну и все, и прокатился, поехал назад еще. Сбрил кучу чинуков. The Game даже снайперов не взял, ребят. Он взял двойную А10. По стратегическому центру хочет дарить. Ну, что-то странновато как-то. А как он без снайперов собрался играть? Окей. Да, стратегический минус, но... Осталось, конечно. Чинуки есть. Чинуки есть. Надо восстанавливать свой серч. Но спама у The Game мало. Нужно больше хаммеров. Ну, слушайте, у Ник Пайна тоже немного, всего два хаммера. Лазерные танки? Интересный момент. А, The Game дропает за дозером, да ну! А чё Ник Пайн-то затупил? Почему он с командным центром не достраивал? Что это такое? Вот он просветку кинул, молодец, The Game. Ну, в этом плане The Game сейчас шикарно прям. Слушайте, если затащит катку, будет большим молодцом. А Ник Пайн просто тупит. Все, это последняя казарма. Лол. Да, ну нафиг! Это последняя армия Ник Пайна, но еще на базе там пехота есть. Ну, The Game, конечно, молодец. Но что The Game собирается делать с этим? У него снайперов-то нет, он пожертвовал снайперов. Это очень странно. Энергии нету. Несмотря вот на этот пуш, остается три здания у Ник Пайна, но у The Game я не знаю, чем он собирается тащить. У Ник Пайна фуловый хаммер, один там трехлучковый, куча пехоты, есть снайпера. Блин, но все-таки странно. Дроп, окей, дроп красивый, но надо было брать снайперов. The Game не надо было сносить серч, нафиг он это сделал? Какой смысл? А то, что он снес серч. Вот снайпера нужны были. Жесть просто. Че он делает? Он просто слил хаммер с щенуком, зачем? Блин, ну шикарно, конечно, The Game. Вот это все провернул. Но с такими грубыми ошибками просто жесть. У него есть флуат.
Он сейчас собирается сделать тут. Кстати, сейчас если Никпайн быстро на базу не вернется, то здесь 3, а то и 4 камеры может стать с ракетчиками. Это очень важно. Ну тут пехоты куча прям. Че толку-то? Тут снайпера есть. А, да, посмотрите, чинук-то вижн дает. Чинуки по-любому это все видят. Какая нафиг пехота? Не, Никпай не отдастся. Даже вот он не достроил КЦ, он тут уже не проиграет. Это невозможно. Это блок. Если бы хотя бы был один снайпер в камере, он сейчас все это расстрелял бы. Но нет, The Game решил играть без снайпера. Так, а где второй хаммер? Че он там, куда пропал-то? Неужели сам себя убил каким-то образом? Страннющим образом. Ну не знаю, променять, блин, снайперов. Ну очень странно, конечно. Ну очень странно сыграл. The Game пытается уничтожить. Да не добьешься, тут везде пехота. Ну вот он парень со снайперами. В упор подъезжать, но он пустой, а там еще и три лучки. Не, это GG. Да, интересная игра, но Никпайн меньше ошибался, чем The Game. The Game намного больше ошибался. Хоть в конце и захотел сделать такой эпичный камбэк. Грамотно ведь задозерхантил, но... Я считаю, это была ошибка, надо было брать снайперов. Сейчас просто мы... У Никпайна пятый ранг, ну толку, конечно. Все, GG. 2-5, Никпайн берет еще 5 очков. Это очень жирно, ребят. Итого у него становится 22 очка. Просто вау. Хорош. Реально хорош. И мы с вами сейчас будем переходить к следующей игре. Так, уже, конечно, поздно достаточно, но ничего страшного. Сейчас я быстро репки мне кидали в личку. Что ж, молодец, Никпайн, реально уверенно разобрался за геймом. Посмотрим, что получится с Оз Димасом. Я счет не знаю, я счет не спрашивал специально. Я нихера не знаю, что здесь будет, так что... Никто не знает, что здесь будет. Поэтому должно быть интересно. Сейчас вот ненужные рептики поудаляю нафиг. Так. Пускай так будет. Все, реплей я загрузил. Сейчас выставлю табло. Так. А у меня табло пропало. Вот-то. А, вот появилось. Получается, Оз Димас. Дмитрий уже взрослый молодой человек. Из Казани. Россия. Посоревнуется с Никпайном, который, ну, просто блестяще играет, на самом деле, прям. The Game вынес вперед ногами. Так. Хотя у него на Sand Scorpions и были проблемы. Ну что ж, ребят. Продолжаем с вами. Первая игра у них была Arctic Laguna, я так понимаю. Давайте сразу посмотрю, кто первый там пикал карту. Я посмотрю, какой у них будет Mirror. Так, Никпайн за гейм, понятно. Никпайн Оз Димас, это третий раунд. Никпайн первый должен был выбирать карту, то он взял Арктик Лагуну. И в третьей карте у них Токс Мирор. Интересно. Что ж, поехали. Так, стелс и... Стелс Айр у них падает в первой игре. Ну, слушайте, это равный матчап достаточно. Стелс Айр. Достаточно равный матчап. У Димона, кстати, я вам не сказал, хотя я сегодня уже говорил. У Димона сейчас в таблице дела не так прям супер-пупер. У него сыграно 2 игры и всего 3 очка. Он проиграл 2-5 лагу. И он проиграл тимстепу 1-6. Вот у него его 3 очка. Тяжело дается, конечно, Дмитрию. Он пока фаворит на то, чтобы вылететь напрямую из пролиги. Поэтому ему нужны очки. Нужно сражаться. Дроп будет от Air Force. Военный завод ставится. Так, раз сап и два сап. Ну, стелс Никпайн более-менее стандартно играет. Вообще у Никпайна это любимый матч-ап, насколько я понял. Это как раз-таки у него Юса-Юса и Юса-Гла. Вот он
хорошо ему выпадает. И здесь, конечно, Никпаню нужно тоже пытаться брать больше очков. Так, Чинук завис пока. Пустой. Рабочего раздавили, я так понял. Да. Но зато в центре рабочий ставит норочку. И справа, посмотрите, какая у стелса хорошая нора устанавливается. Коробочка. А то с Димасом. Дозер прячет. Второй вернулся домой. Слева фейербейс. И здесь палит. Но не успевает. Серьезно, нифига себе. А зачем табло, если фиксировано 7 игр? Ну как зачем? Табло показывает, какой игрок играет каким генералом. Табло показывает, какой счет. Табло дает тут информацию, по каким правилам играется. Фиксировано 7 игр. Как это зачем табло? Ну это, блин, это ж логично. Счет может быть 5-2, счет может быть 7-0, счет может быть 6-1, счет может быть 4-3. Как зритель зайдет на стрим и узнает, какой счет? Для этого нужно табло. Да, ну Хаммер хорошо справляется. Пока у вас Димаса ситуация неплоха. Так, техничка, возможно, с подрывом. Электростанция, до свидания. Ну, есть дозеры, естественно. И внутри коробки можно строить станцию. А вот здесь Чинук не законтролил, Дмитрий. И минус. Ну, у Air Force дешевые Чинуки. Правда, слева один добывает, надо добавлять. Слева, кстати, голый саплай также устелился. Хаммеры, пачка. Ой, как неприятно приблизился здесь вот Димас и потерял хаммер. Норка стелсная, да, тут надо еще гадать, когда вылезут. Откуда вылезут. Ну вот, сейчас хорошо среагировал. Опять вылезает, опять залезает. Кошки-мышки. Только пехота вылезает теперь. Так, и Чинук добавился слева. Но мне кажется, вот я явно в Юсами Рорах The Game в большинстве своем проиграл, потому что очень долго не добавлял слева Чинук. Да, но Ос Димас как-то не очень благополучно тут. Опять потерял Хаммер. И, конечно, очень много ошибался. Второй армдилер от Никпайна. И выпад по центру. Слева здесь есть фейербейс. Посмотрим. Или прям к суплаю подойдет. 6-1 или 5-2 будет счет? Я без понятия. Я не знаю, какой счет, ребята. Я сейчас голосование поставлю. Здесь вы не угадали, за гейм не победил. Да, пришли квады. Стратегический центр ставится. Давайте сейчас, пока есть время. Так. Эта игра даже не оформлена. Вообще никто не знает об этой игре. Поэтому все у нас было обговорено. Я сам тоже лично ничего не знаю. Только знаю, что они сыграли. Камеры зарешали. Так, ну еще два квада. Ну красиво обходит, красиво. Никпайн тормозит экономику своему сопернику. Очень красиво. И будет дальше спамить. Захваты? Да, пора. Три чинука есть у Дмитрия. Барак минус, дозер выходит. Хо-хо, ну тут еще и... Подмога. Ну разрывает пока Никпайн. О, с Димаса появился, кстати, Search and Destroy. Камеров маловато, конечно. И военный завод не хотел бы потерять. Но, по всей видимости, военный завод отлетает здесь, ребята. А хаммеров мало. Пока Никпайн застелся уверенно, смотрится очень. Да, ну, отбивается справа. Правда, здесь уже захватил дополнительно Никита две вышки. Полетела техничка с подрывом, что ли? В смысле, имбасайзен было вместо Ус Димаса. Ребят, вы так говорите, как будто мы про лигу составляли там по какому-то подбору. Это не так работает. Игроки, которые играют в про-лиге, они отбираются туда, играя в семи про-лиге.
И он с Димой в том числе играл когда-то в семи Пролиги и вышел в Пролигу. Думаете, что мы вот так вот методом тыка берем и посылаем в Пролигу? Нет, конечно. Если Имбасайз не побеждал в семи Пролиги, как он может попасть в Пролигу? Сами подумайте. Что за вопросы такие странные? Ладно. Надеюсь, объяснил. Отстраивается вновь стратегический центр, но тут уже масса у них файна просто жесткая. Я думаю, что Пулс Димус не потянет. Стелс переигрывает Айра. Да, это GG. 1-0. Никпайн себя еще берет очки, слушайте. Но он прям тут... Сейчас если в таком же темпе будет продолжать, прям, блин. Все мега круто будет. У Никпайна. Так, получается, вторая игра меняется генералами. Но с Димас теперь стелс. Но с Димас как-то нагла лучше играет. Я думаю, сейчас он постарается сравнять счет, но получится ли, это вопрос. Через даже фейк-барак, чтобы быстрее рабочего освободить. Строится здесь Мус Димас. Ну и стандартный разбег. Что касается Никпайна, два сапа. Я думаю, ничего не буду особо выдумывать. Два сапа, военный завод, казарма и в бой. Единственное, будет ли он придумывать дроп, это интересно. Или не будет. Ну, слушайте, без коробки явно будет играть. Да, да, без коробки. Саплай далековато. Точнее, ресурсный центр от саплая далековато. Пошел своим ходом на правый фланг вылавливать рабочего. Кстати, по адресу. Если сюда зайдет, там еще 50% строить. И, слушайте, нет, решил не рисковать. Подумал, что достроит здесь рабочий. И, возможно, даже правильно сделал. Непонятно, успел бы раздавить или нет. Дозер вернулся назад. Коробок нету, поэтому дозером надо дрожить. Без продажи командного центра играет. Чистая классика. И кто не знает, почему Air Force не продает командный центр, ребят, все просто. У Air Force чинуки стоят не 1200, а 1000. И поэтому здесь в билде спокойно можно уложиться вот со всем, что вы видите, и без всяких проблем. Без продажи командного центра. Поэтому, наверное, нет никакой коробки. Зачем она нужна, если КЦ не продается? Так, ну, Ос Димас готовит подрывы даже. Ничего себе, полетела первая техничка от него. Так, сел ракетчик в бункер. Но техничка не пустая. С ракетчиком, наверное, решил по чинучкам. Ну, чинуки Эйра, они, конечно... А, еще и с рабочим. Наглую норочку вбить здесь. Интересный момент. Ну, чинуки, да, это спасатели своего рода. И хаммеры должны без проблем справляться. И, кстати, вот один хаммер еще отлетит, если не законтролится. Нет, не отлетает. А вот и подрыв, подрыв саплая. Все-таки урезает у Димас своему оппоненту ресурсы. Грамотно. Второй военный завод устанавливается. И третий саплай мы видим уже отстелился. Вау. Ну там столько хаммеров много. Они, конечно, большинство из них пустые будут. Восстанавливается саплай. Но визуально выглядит страшно. И вопрос в том, сможет ли сейчас у Димас их отконтролировать. Три технички. Испугались. Уехали назад. Э, 4-3 или 4-2 в пользу Никпайна. Ну, 4-2 такого не может быть. Потому что фиксированные... Играется 7 игр. Такого прогноза не может быть. Застелсил центральный саплай. Интересно играет Ос Димас. Чтоб не спали. Ну, доход хороший. Деньги есть. Может быть, еще придумать захваты. Явно не торопится. Возможно, увидим и дворец. Уже на пятой минуте, посмотрим. Но техничек не так много. Хаммеров там прям вау. Щитов выучил. Засаживаются хаммеры, фейерпей ставится. Пока такое ощущение, что все под контролем. У них файна тут. Пустая была техничка. Какой-то байт интересный. Так, второй военный завод все еще фуфловый. А захваты побежали. Да, ребеля. Правда, еще не выучился захват, но вот камеры. Камеры летят вперед, дожидаться не хотят. Этих захватов. Вырубают норку и будут вырубать ребеля. Да, уже есть захват, кстати.
Минусуется Ребель. Ну и просто решил американец почистить левый фланг. Хотя Ребель выживает, кстати, что самое интересное. Нет, убили пацана. И слева башня. Та самая, да-да-да. Которая роняется. Минус нора. Не уронил башню. Может, Димас поможет? Нет? Нет. Да, но приехал неплохо. Здесь глашник. Чуть-чуть трофейчика забрал. Вот оно, падение башни. Хаммера уматывают. И на норочку, которую не добил своими силами. Падает. Но я думаю, что теперь стелсу так просто не дадут захватить. Справа попытка зайти. Да даже не попытка. А квад проходит. По три чинука, причем справа, нифига себе. Запасную сделал. И стратегический центр ставит Air Force. Вообще, у Димас карту шикарно занял. Второй военный завод уже настоящий. Техничек все больше и больше, но хочет это увидеть дворец. Хо-хо-хо, Никпайм даже не отконтрил. Минус чинук. Вау. Как раз таки тот самый запасной. А, сам Ник что ли тут запланировал захваты? Да, он даже выучил захват. И уже два квада стоит справа, ничего себе. Да, ну техничек очень много. Димон Загла прям играет старательно. Врезается просто в Хаммер, но, блин, какие-то размены странные. Может быть, все-таки не стоило суваться. А там уже американец дождался Серча. Дворец устанавливает стелс. Привет, квады. Пока, квады. А, стелс все-таки слева захватывает вышку. Причем, смотрите, башня так и остается, она не исчезает. Прикольно. Моделька. Рабочий тут завис, боже. Исчез просто телепорт. Интересно. Но одну вышку забирает себе глашник. И я думаю, что американец тоже мог забрать. Но подзабыл. Интересно, будет ли Никпайн добавлять Airfield? Он пока еще один фейербейс дает, чтобы не проезжали. Но вот так, чтобы прям полноценно американец пошел в атаку, не наблюдается. Осторожничает. А там же сейчас рокет-баги появятся. Да, опять зачем-то врывается Никпай. Ой, точнее, Ос Димас. Ну, в большинстве своем врывается уничтожать Хаммера, но не очень удачным способом и не очень удобным таймингом. Подрыв готовит. Первый черный рынок, я смотрю. А вот сейчас, возможно, уже американец, во-первых, занимает вышку и будет давить. Проходить дальше. Норки еще есть тут. Так, в бункер еще садятся ребята. Их там много, Никпайн рискует. А вот сейчас самое время было бы заехать техничками, но я так понимаю, с Димас их посливал. Рокет-баги работают. А вот и подрыв. Военный завод минус. Наверное, нужен был стратегический центр уничтожать. И Airfield восстанавливает военный завод. Раптор. Никпайн слева ставит сапплай. Две вышки захватил. Просто Ос Димас уничтожает. Но Ос Димас кушает справа. Причем уже давно. Хаммер почти был уничтожен. Ну, нагла у Димы реально лучше получается, чем за Юсу играть. Он прям дает, что надо. Надо только апгрейды дать. Рокет Баги. Джарван Кэл вышел. И добавлять еще вторичную экономику. Американец себе все равно очень много позволяет слева. Ох, красиво, как по Рокет Баги бьет, а. Но и погибают тоже рапторы. Прорываются здесь квады.
Ну и приходит, естественно. Пачка, которую умеет утилизировать. Без потерь, двухлучковый хаммер был на волоске. Ой, Джарман Келл, неужели за дозером гонялся? Интересный момент. Спалили просто случайно его. Наглого дядю Колю. Так, есть уже грейд на Рокет Баги. Медичка минус. Ну где? Где еще черные рынки? Только один. Надо наращивать против Air Force. Тот скоро его вторичку упадет, наверное. Второй филд. Но пока хватает тикпайна. То, что вышка есть, то, что в центр копает, дефает. И вот сейчас подрыв, скорее всего, на стратегический центр. Но там... Ой, рапторы сбили подрыв. И, по сути-то, все получилось. Минус стратегический центр. Будет ставиться новый. Но мне кажется, американец сейчас уже намного мощнее смотрится, чем стелс. Хотя был момент, когда стелс прям ух. Но вот эти филды, блин, это большая пачка хаммеров. Этот третий ранг. Юсы, который сейчас может работать. Ковровка еще, наверное, есть в запасе. Так, ну там причем массивно. Так, рокетбаги много здесь, квады поддерживают. Но опять же будут работать рапторы. Красиво. Красиво, просто все рокетбаги отлетают. Никпайн тут отконтрил прям тютечка в тютечку. Молодец. Такие, конечно, потери, они говорят о многом. Говорят о скилле. О скилле того, кто уничтожает эти юниты, а никто теряет. Но хотя там, по сути, как ты спасешь, да? Чтобы не потерять. Стингеры добавляются. Слева пытается Гла отвлечь. Так, ну вот хаммеры по правому флангу, возможно, будут дальше проходить. Нет? Нет. Пока Никпайн вообще дальше центра карты не вылезает. Команчи пошел. Надо только стелл включить на них и остальные все грейды. Так. Он с Димас захапал хаммер и ушел. Тут же норка получает. Но есть еще норки. Командный центр Гла. Возможно, скрамблер увидим быстрый. И четвертый ранг уже у Air Force. Опять же, рапторы. Рапторы легко могут сносить норки. Что сейчас и демонстрирует у нас американец. И Глашнику не даст до конца тут прям все-все-все собрать. Но хаммер был минус, кстати. Опять же, много рокетбаги. Больше рапторов сейчас нету. И посмотрите, какие потери здесь. Нормально. Минус 3 хаммера, в общем-то, потерял. Но скоро начнут в тыл залетать команчи. Которые уже изучили стелс. И не хочет этим саплаем стелс распрощаться. Сколько черных рынков? Раз, два. Ставится третий. Хотелось бы, чтобы все-таки поактивней стелс строил свою вторичку. Пассивненько получается достаточно. Ну, нужно же еще и войска спамить, естественно. Причем американец настолько задефал вышку, что уничтожить. Ну вот сейчас будет микс земля плюс воздух. Страдания Гла только начинаются. Угу. Да, точно стингера забрать здесь. Но стелс уничтожает. Команч сбил. Должны же приехать хаммеры, нет? Такой случай. Нет, хаммеры пока не торопятся. Вообще Никпай никуда не торопится. Спокойно себе разыгрывает. Там, кстати, скрамблер был заюзан. Интересно, на что? Вот на эту армию, наверное, скрамблер-то. Минус хаммер. Да нет, вроде рокетбаги видимые. Донат. Аноним, здравствуй, бляр. Сколько еще времени продлится стрим? Спасибо тебе большое, Аноним. От души. Мы вот только начали смотреть матч Никпайн Ос Димас. Ну вот как они доиграют еще. Сколько после еще этой игры еще 5 игр. Я думаю, что ну порядка часа. Минут 40 точно будем смотреть. Это 100%. А как там пойдет? Ну вот эта игра у них очень длинная, допустим. Она уже 15 минут идет. Я думаю, что где-то час мы еще будем смотреть. Спасибо тебе большое. Большое спасибо за поддержку. Такс.
Ну прям нащупывает, да, Air Force пытается, там пытается, сям, везде. А вот Димас тут же в два раза больше настраивает на этих местах. Ну, команчик, куча команчик. Тяжело становится стелсом, намного тяжелее. С этими команчами. Подрыв опять какой-то готовят. Но хочется больше, больше, ресурсы заканчиваются совсем. Больше черных рынков. Да, есть, конечно, баунти, это круто. Спектр ганши полетел от Air Force. На черный рынок, естественно, боевой автобус там. Но его легко законтрят рапторы. И ковровочка. Причем я не видел до этого момента, чтобы Ник Файн пользовался прям повышениями. Немножко странная ковровка. Если честно, очень непонятно куда. Что он хотел этим сделать, ну ладно. Команчи с потерями работают в любом случае. Раптор тут летает. Ай, Раптор, ну как сливается-то? Две лычки, боже. Слушайте, выживает, офигеть. Ой, зато Уз Димас тут слева контратаку проводит. Здесь уже дроп-зоны, высаживаются красиво ракетчики, но нет. А что, Раптор уничтожили, да, все-таки? Нет, он долетел, смотрите, до базы. Так. Ну, можно, мне кажется, этими командчами уже потихонечку заканчивать игру. И Ник Пайн уверенно должен делать 2-0. Он сегодня также с The Game уверенно делал 2-0. Хотя вот вторая игра прям подзатянулась. И вот Дима такой бой дал. В отличие от The Game. Ну, зачищают позиции. Вот не хватает черных рынков, да, мало сделал, и не получается прям куча квадов спамить. Вот сейчас только пытается Димон побольше их строить, но, блин, уже есть квады. Большие потери. Пятый ранг, кстати, у Air Force. Но вот последний supply здесь уже добывать не дают. Так, минус сап. Да, и, конечно, стелс тут все больше и больше поджимается назад. Ну, тут уже... Тут уже уверенная победа, я думаю. 18 минута, супероружие пошло. Ос Димас уже тянет просто время. Пытается показать красоту, посопротивляться. В принципе, это неплохо получается, но вы посмотрите, сколько лучек там уже у команчей. Играет Дмитрий до конца. Мы, кстати, и с одним, и с другим игроком лично знакомы. Также Дмитрий был на лан-турнире. Ник Пайн приезжал ко мне в Питер в гости. Так, шикарно накрыли здесь команчи. Да, и просто уже рубят вторичку. Сдается. Вот Димас 0-2. И... Слушайте, сегодня Ник Пай набирает очки, ну прям очень мощно. И если брать еще в счет игру с The Game, это уже плюс 7. Только представьте себе, так они там игру оформили, интересно, с The Game? Да, оформили. То есть у Ник Пайна сейчас идет 22 очка. И вот он еще плюс 2 зарабатывает, это уже будет 24. Вау. Паш, блядь, иди нахуй, Паш! Иди нахуй, салон, Паш! Иди, блядь! Ого, 2000. Вау. Вообще нихуя не здесь. Вау. SMG, блин, большое тебе спасибо. Бля, если не сложно, пострим еще пару часиков, буду очень благодарен. Спасибо тебе большое, братан, блин, допоздна. Но я как бы не могу отказать на самом деле. Спасибо тебе большое за такую поддержку. Давайте так, мы сейчас досмотрим этот матч, посмотрим, сколько он будет длиться. Вдруг он будет длиться пару часиков, черт его знает. Если он не будет длиться пару часиков, я этот стрим закончу, чтобы он сохранился, остался на канале. И тут же запущу новый стрим, где мы просто будем играть. Окей, SMG, спасибо тебе большое за 2000 рублей, реально от души. Да, я полностью согласен, что мы продолжим. Окей, на пару часиков еще точно. Мне реально, ребят, большое спасибо за поддержку, за такую мощную.
В общем-то, ну тут я просто не вправе отказать. Тут я не вправе отказать. Поэтому да, окей, без проблем, хорошо. Хорошо. Если что, просто с перезапуском стрима продолжим. Ну, чтобы этот матч отстримил, он остался на канале, и мы дальше пошли играть. Я тогда в таком случае еще и коленчик на разобьютом. Ого, туда-сюда, да? На кайфе, на расслабоне. Danger Close. Следующая карта. Спасибо. Спасибо, реально, братан. Спасибо большое тебе за поддержку. Danger Close, танкист и токс. Ой, ну карта интересная. Кстати, Оздимас ее любит выбирать, эту карту. Очень любит. Я помню, как-то с ним даже играл шоу-матч, давно это было, когда я еще играл в Pro-лиге, и Димон выбирал эту карту. Я это помню. Я тогда, кстати, в шоу-матче смог его одолеть 6-0, но потом мне Оздимас, помню, отомстил 2-1 на фасткапе. Было такое дело. Так, ну, когда я еще, конечно, играл 1-1. Карта интересная. На мейне саплай, слева есть вышка и два ресурсника в центре. Но тут, блин, я не знаю даже, танкист будет мощный, но карта огромная для глав. По бокам тоже есть коробки, справа, слева. Карта массивная, но танк может зарашить благодаря центру очень даже. Пошел вперед саплтрак. Подрывники, видимо, он подготовился, криво подорвал. Дождик идет на карте, вот он только что пошел, ничего себе. Такс. Ну, мне нравится тут набор генералов, очень интересно посмотреть. Токс... против танка именно здесь. Отстроился военный завод. Два военных завода. Свет там горит, все освещается красиво. В военном заводе такая, знаете, полуночная карта. Даже в таких картах очень прикольно последить. Смотрите, военный завод, он весь светится. Просто там реально горит свет, как будто. Прикольно сделано. Фонарики, саплтраки. Смотрите, у них фонарь, эти горят... Ближний свет горит у саплтраков, круто-круто. Прям все это вот до мелочей, да, угла тут какие-то тоже фонарики есть. Квад выезжает с ближним светом. Классно-классно, фары горят. Вот это мне нравится в генералах, что вот такая мелочь вот к темной карте, ну все сразу загорается как надо. Попытка была, по всей видимости, из-за дозерхантить, из-за саплтрак убить, возможно. Ну дозер... А, дозер давить пошел? Нет, ну это за саплтраками гонял ты, дозер-то минус. Но Димас на базе пропускается полтрак прямо на рабочих. Неприятно. Но можно скраб подобрать и уехать, конечно. А вот здесь дракон. Хорошо, Никпайн отыгрывает. Такс. Минус саплай. Но вот то, о чем я говорил. Танки сейчас может мощно зарашить здесь. Освободить тут же этот саплай. И Глашеньку придется играть в один. Пошли там скорпионы. Строится... военный завод, я так понимаю, он был здесь отменен. Продал его, что ли, построил на мейне. А вот он второй дозер. Он второй дозер на минах. Да ну, неужели дозерхант? Ай, Димочка! Что творит, а? Ну на мины, конечно, там мины. Нет, там лоу хп, надо уезжать. Ты какие-то вообще обманы тут жесткие. Дозер, дозер. Ай, не получается, не получается. Не, просто так Никпай не отдаст, конечно, строителя. Защищается. Батлмастер, лучик взял на батлмастера, китаец. Так. Паш, блядь, ой, ты что паш, там паш, много так? Динамо, салон, о, боже ты, мой. Что это хуйня-то, блядь? Он вообще не хуя. Спасибо. Блин, СМГ, блин, большое тебе спасибо. Просто проблема в том, если я не перезапущу стрим, то, скорее всего, он удалится, потому что там будет музыка играть и так далее. Блин, ну на самом... Блин, реально большое тебе спасибо, такая, блин, ребята, жесть. На самом деле очень нужно перезапустить стрим, потому что... Ну это займет буквально минуту. Я тут же его перезапущу. Просто мне нужно, чтобы этот стрим остался на канале, ребят. Но я по-другому не могу. Это стрим лиги, это стрим турнирный, и он должен быть на канале. Я хочу просто стрим вот этот турнирный закончить и запустить простой стрим, посидеть с вами поболтать, музыку послушать и так далее. Кальянчик там покурить, как я уже сказал. Растянем стрим, да. Спасибо тебе, братан. Ну просто надо перезапустить стрим. Я надеюсь, что ты меня поймешь. Все это делается в целях, чтобы контент остался и люди смогли в записи это все посмотреть. То есть тут как бы прям, ну,
Я понимаю, что не хочется, чтобы все прерывалось, но это буквально займет минуту. То есть я не буду там куда-то отходить. Я тут же его перезапущу. Вот прям тут же. Это все будет очень быстро сделано. Большое тебе спасибо за такую бешеную просто поддержку, реально, ребят. Бля. Я не знаю, ну прям закидали детишки на жизнь. О. Спасибо, большое спасибо. Ну, Ник Пайн душит, давит. О, какой интересный рабочий. Ну, под один сап. Хотя нет, в два сапа. Справа-то сап вот с Димой состроил. А там еще и Хеликс. Чайно себя чувствует просторно. Во всю ногу. Во всю шире. Играет. Делает большие шаги, строит уже пропаганду. Я думаю, что это, ребят, 0-3 для Оз Димаса. Но тяжело здесь уже вытащить. Не, реально, ребят, большое вам спасибо за такую поддержку. Я прям тронут, очень тронут. Да, это GG, 0-3. Осталось 4 игры. Я реально, я перезапущу, ребят, очень быстро, там буквально минуту. Я перезапущу, быстренько сбегаю, кальян сделаю. Вот, и мы с вами продолжим, посмотрим там фафашечки, музычку послушаем. А я еще покурю, я вот 4-3 дня уже не курил. С радостью бы покурил, тем более в целях так продлить стрим, это самое то. Следующая карта будет Forgotten Air Battle. Это... А, нет, погодите. Какой еще же? У нас же еще же Danger Close, конечно. Смена генералов. Теперь Ник Пайн Токс. А Оз Димас играет за танкиста. Так. Да я просто не умею обрезать. Ну, вот это вот. Я как-то один раз, короче, пытался обрезать. И обрезал тот кусок, который нужен был, наоборот. То есть я в этом плане немножко тупенький, блин. Я реально я не умею обрезать просто. Мне вот проще перезапустить, я не знаю. Реально не умею это делать. Ну, типа, я пытался один раз, я обрезал то, что должен был остаться. Я такой, блядь. Вот. Я так понимаю, Свен, или кто, или не Свен. Или это просто... Просто человек, который доначил, я не знаю, как его зовут в чате. Просто мне проще было бы потратить минуты и перезапустить стрим, чем заниматься обрезками. Потому что я реально, я... Я пытался один раз обрезать и обрезал ту часть, которая нужна была, должна была наоборот остаться. И в итоге я такой, блядь, и нахер удалился. Но вот, смотрите, Field плюс военный завод от Оз Димаса. Он танкист, ребят, 0-3 проигрывает. Два саплая. А Ник Пайн сразу во фланге. Он понимает, что в центре, ну нет смысла ставить никакие саплаи, тут же сожгут. И готов ли будет к Филду Ник Пайн? Возможно, это дроп дракона вплотную будет к военному заводу. Так. И Дозер пошел на правый фланг, а здесь правый фланг. Без норок. И Оз Димас просто угадывает. Ну красиво. Да, пошел дракон вперед. Слушайте, если Дима это затащит, будет молодец. Фига тут еще вышка охранная, она причем светит все. Офигеть. Правда, Дозер остановился. Дозер остановился, нужно работать. Ё-моё, ну что так просто-то? Так, техничка. Здесь должна быть ювелирная работа. Да, Ник Пайн пытается, но что-то как-то Димон не контролирует. И минус дракон. Вот, кстати, готовит действительно дроп. Дозер слева отменяет рабочих, боже. Ну, сейчас у Оз Димаса большой шанс, чтобы забрать игру. Он, да, он пока неважно стартанул Димон на этой лиге, но он в сухую никому не проигрывал. Это очень важно. И сейчас ему тоже нужно уходить от этого. Он даже у Тим Степа взял игру. Тим Степ сильный. И военный завод распродается. Посмотрите, шикарно. Попытка будет справа, наверное. Да, убить Дозер. Продолжить добычу. Но военного завода-то нету. Все. И неужели действительно Дмитрий на своей карте на Danger Close сможет затащить? Молодцом просто. Но должен все сделать для того, чтобы победить. Нельзя уже здесь проигрывать. Отловить эту дурацкую техничку и не дать. Да, просто сдается там Ник Пайн, ребят. И это 1-3. Это 1-3. Оз Димас забирает для себя первую игру. Большой молодец. Так. Блин, ну сегодня пацаны прям задонатили. Я вообще в шоке. Просто в шоке.
много, скажем так. Давно такого не было. Так. Паш, блядь, иди нахуй, Паш! Да ё-моё. Иди нахуй, салон, Паш! Иди, блядь! Бро, пожалуйста, не перезапускай, смотрю через ТВ. Ты единственный стример, которому я донатил когда-либо. Буду благодарен, если не будешь запускать. Блин. Ладно. Ладно, окей. Давайте я попробую сделать вот эту вот обрезку, о которой говорят. Блин, большое тебе спасибо, ты уже столько закинул. Окей, хорошо, я не буду перезапускать стрим, окей. Я потом постараюсь обрезать, я посмотрю, как это делается. Я просто посмотрю нахер гайд. Просто посмотрю гайд и не буду мозги никому ебать. Извиняюсь за мат. Я посмотрю гайд, как это делается. Вот. И, в общем-то, я обрежу хорошо. Я постараюсь обрезать, и я не буду перезапускать стрим. Он продлится. Он продлится. Реально, большое спасибо за такую жесткую поддержку. 7000 рублей человек сдонатил. Большое спасибо просто. Окей, пацаны, хорошо. Я не буду перезапускать. Я единственное, что отлучусь, кальянчик забью после этого матча, и мы с вами покатаем. А потом я попробую, я гайдик посмотрю, как это сделать, чтобы не ошибиться. И, наверное, уже завтра его просто обрежу. На Danger Close боец из Казани отдал ответ бойцу из Екатеринбурга и делает 1-3 с Димас. Хорошо, я Свен Гоч. Я попробую так сделать. Попробую так сделать. Обрезать. Посмотрю завтра, как это сделать, короче. Следующая карта Forgotten Air Battle. Остается здесь 3 игры. Юса будет. Ник Пайн. О, Юса Мирор. Ну, блин. Приплыли. Да, тяжело будет Димону играть. Юса Мирора. Лазер Юса, потому что Ник Пай на этом турнире показывает, что он, ну, шикарно играет эти матчапы, эти мироры. Они очень хорошо ему даются. Хорошо, ребят, я постараюсь, я не буду перезапускать трансляцию, я потом просто обрежу. Ну не могу я. Человек скинул такую сумму, ну. Да хер с ним, как говорится. Ладно, с этой трансляцией. Даже если я, блядь, обрежу этот матч, ну ладно, чё. Не такая прям потеря, которая это. Но я надеюсь, что все хорошо сделал. Спасибо. Не, реально большое спасибо за поддержку. Вот Димас, один саплай, будет бороться за захват. Играет Ник Пайн. Два сапа, чистый стандарт. Тут Ник Пайн, он вообще не любит дропы. Кстати, был какой-то, помню, момент в прошлом. Мы с Ник Пайном эту тему обсуждали. Я его выигрывал. Я его раньше очень часто выигрывал. И на Юса Мирорах. Ну, давно прям было, когда вот еще такая-то. И он говорил, блин, типа, да че я все время проигрываю-то? Да задолбал эта фигня, типа. А он дропал. Я говорю, а я всегда всем в то время говорил, блядь, не умеешь дропать, не дропай. Зачем ты дропаешь, если ты не умеешь дропать? И вот Ник Пайн отказался от дропов, я смотрю, вообще. И у него шикарно получается играть в то, что он умеет играть. И правильно сделал. Не помню, или не с ним была эта ситуация. Может быть, я сейчас немножко это... Но я помню, что я часто говорил ребятам, которые спрашивали. Вот я не умею дропать, что мне делать? Как мне Юса играть? Просто не дропай. Нафига ты дропаешь? Если ты не умеешь дропать. И вот Ник Пай не дропает, и у него шикарно получается играть Юса Мирора. Ну я, ребята, с вами рад, что вы можете смотреть через телек. Качество трансляции вроде как хорошее. 2К качество, у меня тут монитор 2К. И, в общем-то, хороший хаммер пролетает. И два хаммера на дефе. Димон одну вышку будет захватывать. Одну ему отменили, по всей видимости. Или не добежал. Я как-то немножко провтыкал. Хаммер тоже забрал. Да, но как-то Дима плохо разменивается. Очень много хаммеров теряет. А Ник Пайн спамит пачку. То есть есть у каждого игрока все-таки какие-то свои ярко выраженные черты, да, вот как он играет. Стиль игры. Вот у Ник Пайн он такой стиль игры на Юсах. Это можно этот стиль узнать. Постоянно вот играет. Он иногда меняет стратегию, он меняет ее в каком случае. Либо это будет два сапа, либо один сап и захват, все. А остальное уже полагается на контроль. Ну, контроль у него хороший, поэтому. Поэтому вот. Так.
Хаммер все-таки попробует, наверное, да, довести тут пацана, правда, говорит, далеко бежать. Не стал его прям. Ну, а на базу что-то как-то... Ну, вот это те потери Ос Димаса. Он терял-то много хаммеров в размен всего на один. И вот он, но сейчас само за себя говорит. Пришла большая пачка отбиваться. Ну, что-то зачем-то Никпайн уехал. Что он хочет, непонятно. Тут один саплай обрезали, хаммер пришел. Но есть чем отбиваться. А, он дома бьет, понятно. Да, ну на Юса Мирорах, конечно. Если бы были Чайна Мироры, я думаю, у Димаса было бы намного больше шансов. Он на китайцах, где он хорошо играет. А здесь как-то тяжеловато. Димон удается. Ну посмотрим, пока еще не проиграл, борется. Все-таки Никпайн чуть не стал прям там добивать, зажимать. Не рискует, аккуратничает. Ну, по крайней мере, у Димаса две вышки, ребят. Цель-то достигнута. На своей базе Никита отбивается. Тут ракетчики перебиваются. И знаете, там уже достаточно достойная пачка, чтобы сопротивляться. Паш, блядь, иди нахуй, Паш! Нифига себе там. О боже. Блин, фига как много. Спасибо тебе за трансу матча игры моего детства. Очень интересно. СМГ, блин. От души, реально, большое тебе спасибо, от души, от души. От души, ребят, я рад стараться. Я уже очень давно этим делом занимаюсь. Я предан своим зрителям, я предан игре. Поэтому большое вам спасибо за вашу отдачу. Реально, большое спасибо за поддержку, прям. Это очень много для меня значит. Большое спасибо, СМГ. СМГ от души. Реально, от души, большое спасибо. Просто... Меня... Такое удивляет, потому что, ну, прям... Ну, не ждешь же такого целенаправленно, да, что так кто-то поддерживает. Настолько прям необычно. Каждый раз это, ну, просто необычно. То есть, блин, большое спасибо реально, ребят. Ну, Никпайн тут продолжает сжать. Лазерлоки на лазерлоке. Разменивается Никита получше, уже не удивляюсь. Но там спам, спам жесткий у вас Димаса. Но вышки все потеряны, Никпайн все вышки убил. Строит стратегический центр. И еще больше хаммеров. А что теперь будет делать Дмитрий? Это вопрос. Там хаммеров прям ух. Но Никпайн очень любит осторожничать. Вот он... когда был момент, то что он говорил, мы с ним обсуждали, шла тема, что он проигрывал, потому что в один момент не дожимал. Вот он не дожимал, потому что слишком сильно осторожничал. Ему нужно как-то все-таки... Небольшие риски начинать иметь. Все-таки победа это и риски в том числе. Но вот пошел у Димас в контратаку. Сейчас не даст построить командный центр. Но я думаю, что это уже не особо не зарешает. Последние 4 здания у Димаса. А здесь причем есть чем отбиваться. А здесь чем отбиваться. Все, последние ракетчики. Эта пачка просто сносит базу. Сопротивлялся Дмитрий как мог. Просто реально как мог. Ставит каркас, без дозеров остался. Но Никпайн машина и на вот этих вот Юса Мирорах, конечно, разбивает. Я даже не удивляюсь. Не удивляюсь, что Никпайн и Юса Мирорах просто убивает. Он с Димаса, ну, явно получше играет в этих матч-апах. Вообще ненавижу Юса Мироры. Просто сам лично играть. Наблюдать что угодно красиво. Да, это GG 1-4, но в любом случае Ник забирает еще одну победу. Теперь только вопрос, с каким счетом остается две игры. Так, ответная игра вот на Forgotten Air Battle. И лазер против Юса все то же самое, только смена генералов, да. Теперь Никпайн справа стартует, Ос Димас слева. Ну не знаю, чудо должно случиться, я считаю, чтобы Димон тут победил. Но настолько бронебойно играет Никпайн, настолько мало ошибается, что... На его фоне, конечно, боец из Казани побольше ошибается и так говорит само за себя. Два сапа со старта, решил без захватов играть. А здесь наоборот, наверное, нет? Да нет, тоже два сапа. Оба без захвата вышек, оба без дропов. Вот прям... Ос Димас, причем, также он не дропает. Он не дропает, даже в прошлой игре этого не делал. Ну, посмотрим. Как говорится, один на один на ножах выскочим. Чисто зеркало.
Не на ножах, а на кулаках, точнее. Вот они и выскакивают в стиле генералов. Но чисто зеркало, опять же, не знаю, я бы с Никпайном не зеркалил, потому что он очень хорошо контролит. Я бы все-таки такого игрока, такого стиля пытался задропать и отрубить ему экономику всеми силами. Потому что, блин, переконтролит, это сложно перебить, скажем так. Я, допустим, вот сюда не обладаю таким контролем, и я бы не стал с ним в этом соревноваться. Но, с другой стороны, бывает всякое, и нету игроков, которые не ошибаются. Это самое главное понимать. Экскал даже тоже бывает критично ошибается и проигрывает. Это обычно человеку свойственно ошибаться. Ушел дозер, спрятался тут за церковь. Ну, пацанов-то не доведут, они помолились. Не, нормально встали, стоят там. Курят в сторонке. Так, и полетел вперед, Дмитрий. Ой. Не скликнулось. Напоминаю, что у них будет Токс Мирор играться в последней игре. В принципе, Ос Димас хорошо лупит на Токс Мирорах. Да слушай, 2 не 1, я, в принципе, могу с Ютуба скачать обрезы залить. Так как бы понятно. Паш, блядь, иди нахуй, Паш! Куда там еще-то? Иди нахуй, салон, Паш! Бля, еще 2 косаря. Если не сложно, подруби трек «Спокойная ночь» на заднем фоне, попробуй уснуть. Слушай, братан, давай мы сейчас вот эти две каточки, вот эти две каточки закончим, и я подрублю. Просто чтобы Ютуб не заблочил мне эти игры, потому что если он заблочит эти игры, этих игр не будет на канале. Блин, реально, прошу просто понять и простить, но сейчас они доиграют, я думаю, что не так долго будет. Надеюсь, ты еще не уснешь. И вот как только закончится игра, мы пойдем играть в фафашки, я тут же подрублю этот трек. Большое тебе спасибо. Просто реально не хочется таких матчей лишаться на канале, вот. Просто реально надеюсь понять и простить. Большое тебе, СМГ, спасибо, просто огроменное спасибо. Но нужно, чтобы эти матчи остались на канале. Просто из одного трека YouTube может блокнуть, и придется обрезать вместе с этими матчами. Это, конечно, будет неприятно. Что означает Mirror? Ну, зеркальное, типа генерал. Ну, тут не совсем Mirror, Юса лазер, но отличия у них очень маленькие. У лазера просто мстители дешевле. И нету артиллерии. Стратегический центр уже от Никпайна. И реально, я подрублю трек 100%. Сейчас надо просто, чтобы они отыграли эти матчи. Вот. Да и смысл засыпать под эти матчи. Эти матчи надо смотреть. Это же крутые батлы. Это лига, это пролига. Русскоязычная. Отбой. Отбой, отбой спать. Неправильно сказал, подъем. Отбой будет просто после матча. Я врублю любую спокойную ночь. Вот. Захватывает одну вышку Ос Димас. Кстати, сейчас он смотрится аккуратнее и увереннее, чем в прошлой игре. И даже стратегические центры, они будут вот примерно одинаково достраиваться. Так. Они в очереди в туалет, говорит, стоят. В натуре, слышь, тут туалет. Да ну нахер. Офигеть, я только сейчас это понимаю. Чувак с чемоданом стоит. Серьезно. Он такой серьезный. Класс, они реально в толчок стоят. В очередь, офигеть. Вот это вы, конечно, дали плюху. Так, вот Дима захватывает еще одну вышку. Но размены все равно лучше у Никпайна. Но у Димаса преимущество в деньгах-то. Это важно, ребят. Это очень важно. Никпайн будет сносить вышки. И знаете, Дмитрий может делать 2-4. Вообще спокойно себе. Так, строит еще энергию. Че, не хватает, что ли? А Никпайн сейчас доосторожничается, что действительно еще и проиграет. Ну, у Димаса тут преимущество, у него еще одна вышка осталась. Так. Не-не, мы условились, что я не буду перезапускать стрим. По-любому, как бы, ну, мы продолжим дальше. Но просто сейчас надо вот досмотреть каточки.
И потом уже и музыка, и все что угодно вообще. No problem. Там закидывать. Любую музыку вообще. Без разницы. Так, минус камер. Ну неплохо. Все равно пока Никпайн лучше разменивается. Оба на серче. Командный центр отстраивает Ос Димас. Командный центр отстраивает. Причем зеркально играет абсолютно. Так, а там Бартон идет минировать вышку. Ага. Но вот за счет того, что Никпайн лучше разменивается, у него пачка все равно больше. Ну смотрите, как он шикарно разменивается. И тут... Учиться надо. Не хватает Димону, вот, чтобы так размениваться. Да, Никпайн меньше теряет. Несмотря на то, что у него меньше экономики, он все равно впереди. Слушайте, а здесь тоже Бартон бегает. А что он минировал? А, он Серж испугался, что его спалят. Серж-то еще видит невидимые юниты. Бляр, очень нравится смотреть генерала перед сном, жду трек. Хорошо, хорошо, сейчас, окей. Пацаны вот эти каточки доиграют, и я обязательно включу трек. Сейчас его скопирую сразу. Как он там называется-то? Спокойная ночь. Спокойная ночь. А кто исполняет-то, чтобы понять? Потому что мне сейчас там столько этих спокойной ночи выдаст, я думаю. Очень много выдаст. А, Цой, наверное. Ёпта, что я туплю-то? Правильно же, Цой? Кто еще-то может быть? Цой топчик. Так, ну Никпайн пытается поджимать. Бардена поджидают. Кстати, дроп-зона пошла у Ос Димаса. А вот здесь Бартон, привет. Да, и сапплай придется распродать. Но коробок не так много осталось. Можно дальняк полетать, подобывать. Дроп-зона от Никпайна. Ну, слушайте, на Юсах прям пацаны зарубились, да? Так. Ну вот опять же, Никпайн разменивается лучше. Ну вот как так-то оно получается. И по экспам, посмотрите, он опережает уже больше, чем в два раза. Потому что лучше разменивается. Вот это наглядный пример, когда вроде Ос Димас хорошо играет, но хуже контролирует. То есть размен... Паш, блядь, иди нахуй, Паш! Иди нахуй, салон, Паш! Иди, блядь! Можешь подрубить ремикс, чтобы не было авторских прав. Спасибо за понимание. Можешь Домикаса на ремикс тоже будут авторские. Чтобы не было авторских прав равно. Спасибо за понимание. Блин, офигеть. Ладно, окей. Не, ну я, ребят, я не могу. Ой, я не могу такое... игнорить. Человек, блин, такие суммы кидает. Ну вот окей, я нашел ремикс какой-то. Надеюсь, что... Окей. Я подрубил ремикс. Должно быть слышно. Подрубил хорошо. Окей. Ну, не, ну реально, типа, ладно, окей. Спасибо большое. Я надеюсь, что YouTube мне не предъявит за это. Очень надеюсь. Это ремиксок. Жесть. Блять, столько накидали, что пец вообще какой-то. Чё так много-то? Что так много-то? Нет, конечно, хорошо, этому только радоваться. Бьет по фаербейзам Никпайн. Ну и все, тут просто разрушает. А снайпера могут уже появиться. Ос Димас еще далеко до снайперов. Ого, через томагавки разыгрывает Ос Димас. Ну Цой, конечно, топчик. Чё ты скажешь? Бартон так и стоит. Он уже очень долго стоит. Онлайн хорошо. Но обычно турнирные игры в два раза больше людей смотрят. Просто уже поздно спать ложатся. Поэтому.
нормально как-то. Бах. Ну хорошо работает Дима с томагавками, молодец. Ах, не успел тут застроиться. Но хаммеров мало, вот он с Димас очень плохо разменивался. Хаммеров мало, пипец. Реально очень мало хаммеров. Очень мало хаммеров. Да, ну все, вот Димас просто, он еще со снайперами, он теперь как был у себя. Так, 1-5, еще одну игру забирает Ник Пайн. И получается последняя игра на Сент Скорпионс. Блин, ну, в крайнем случае, просто на время музыки я, если что-то предъявят, просто-напросто обрежу звук, да и все, там тоже можно обрезать звук. Да вроде тихо стоит. Да ладно. Все нормально. Токс Мирор. Так. Сейчас тем более, если посмотреть на то, как дела стоят в российском Ютубе, мне кажется, что Западу насрать теперь на права русских песен. Не знаю, есть ли такое подозрение. Ладно, окей. Справа стартует Оз Димас, слева Ник Пайн. Оз Димас есть шанс, чтобы еще забрать игру на Токс Мирорах. Это Сент Скорпионс, последняя карта. В центре синий установит норочку. Ну, Ник Пайн так стандартно, более-менее. Токс Мирора — это сложно. Токс Мирору надо уметь. Я не думаю, что забанят стрим. Я надеюсь, что не забанят за эту песню. Ну, монетизации просто не будет. Да ее и так нету, как бы. Типа, вообще насрать на эту монетизацию. Я и так особо ничего не получаю с этого. Просто, ну... Там человек столько донатов скинул, что я не могу такое игнорировать. И типа, бля... Сами понимаете. Вообще, по сути, этот стрим с сегодняшним играми вообще не в планово, если он даже не рассчитывал стримить эти поединки. Просто на шару получилось, но как бы все равно же. Так, ну с Димас тут прокатывается неплохо техничками. Позиционно тоже хорошо играет, захватывает вышки. Но вообще Димон хорошо играет гламероры, камероры. Техничка залетает. Ладно, ребят, давайте не будем это обсуждать. Просто смотрим матч. И позиционка, знаете, у синего даже предпочтительнее в каких-то моментах. Единственное, что левый полуостров здесь занимает Ник Пейн. Да зачем мне в дальнейшем с этого ролика получать монетизацию, если мне... Чувак столько задонатил, что никакая монетизация столько не заплатит. Да, то царебели хорошо работают в центре. Тут еще и саплай поставил с Димас, нифига себе. И только сейчас Ник Пайн захватывает вышки. Но вот если еще Димон сможет на левом фланге отработать, он норку ставит, то он в принципе победить может, нифига себе. Ну нагла реально, что вот играл с Димас стелс против Фаера, что сейчас он... Но Токс Мирорах очень хороший старт отдает. Я помню, мне, короче, как-то один ролик лишили монетизации за какой-то генеральский трек. Я тогда вообще офигел. Типа за трек из генералов. Один раз такое было. Типа, чё? Никогда не было. То есть YouTube, он так тупо рандомит, что... Ему что-то там послушаться, блин. Так, не дает Ник Пайн тут лево сесть, скажем так, на голову. Но экономически пока у Димас шикарно смог. Хотя нет, равно, потому что Ник Пайн тоже дал дополнительный саплай, как и у Димас. Здесь два военных завода.
тоже два военных завода. Ну и пока война с корпами. Одно дело контролировать хаммерами, а другое скорпионами. Тут тоже нужен контроль. Но вот пока неплохо справляется с этим синий Токс. Так. Ну, может дальше красный продвигаться. Ну, прям, конечно, активно Дмитрий идет вперед. Молодец. И справа здесь наваливает, посмотрите. Кубертеч даже есть. Но Никпайн меньшей армии дает отпор. Реально меньший. Что-то у Димас не рискует. Дальше не попер. Хотя мог перебить, мне кажется. Вроде там Убертеч-то скорпионом не настолько страшна. А вот здесь все задефал. Все просто забункерил центр. Но я думаю, что все-таки нижний этот полуостров, он важнее, левый полуостров, чем центральная вот эта позиция. Да, и не получается все-таки. Вот надо было в тот раз давить. Ос Димаса сейчас унесет большие потери. Там подспамил Шеник Пайн. Еще одна норка есть. Очень опасно вывел, завел. Так, а это кто у нас? А это опять СМЖ. Извини, больше не могу скинуть лимиты по картам. Дай твой... Ого. Извини, больше не могу скинуть. Лимиты по картам. Большое спасибо, биткоин кошелек, да. Кончится лето. А вообще, вообще могу дать. Равно. Часик. Можно, пацаны, на паузу поставлю матч? Не, вообще могу дать. У меня там биржа. Я открывал счет на бирже FTX. Сейчас я на нее зайду. Вообще могу скинуть, да. Вообще. Ай, логин, че это? Зайти надо, что ли? Ща, пароль вспомнить, главное. Так, войти. Что, неправильно, что ли? А, стоп, я же через Google могу войти. Че я туплю-то? На телефон код отправили, ептуши. А где код на телефон? А, о, пришел. Так. Блин, у меня тупит он. Произошла ошибка, чё? Постоянно такая фигня причем происходит. А, ну все, зашло. Так. Биткоин. Где тут? На этот адрес лет биткоин. Вот отправка. Это оно, не оно? Я что-то понять не могу. У меня есть просто счет типа USD на этой бирже, биткоины. Это ж мы нажимаем депозит, правильно? Я просто не знаю, я сейчас правильно отошлю или неправильно, боюсь ошибиться. Что там нажимать? А, вывод, ёпт. Не, не вывод, погоди. Не то. Не, погоди, депозит не то. А как тут? Я, блядь, забыл все подряд. Сейчас, сек. Он нажался-то. Я что-то забыл, как это. Где взять-то здесь номер биткоина-то? Не, депозит. Или депозит. Я не помню просто, что нажимать надо, где взять этот номер-то биткоина-то. Сука. Как так-то вообще? Я вообще что-то не то кликнул. Я теперь это... Ребят, подскажите, куда нажать-то, я забыл. Куда нажать-то, чтобы
посмотреть счет, куда перекидывать на биток. Я что-то вообще забыл. Депозит же вроде. А, но на этот депозит следует только биткоин. Ну вот вроде оно, короче, сейчас я скину в чат. Должно быть так. Не знаю, вроде оно. Вот такой код. Не знаю, должно быть оно. Надеюсь. Так, ладно, окей, продолжаем, ребят. Спасибо, реально, большое спасибо за поддержку. Прям. Но мне никогда еще никто просто не донатил на эти биткоины всякие, поэтому я хз вообще. Так. Ключи еще кончится лето. Это тоже Цой? Тоже ремикс включу. Так, у нас продолжается война, ребят. Ну, Ник Пайн все так же владеет левым полуостровом по центру. Лос Димас. И справа все еще пытается пробить. Да, там уже батлбасы пошли. Получается, дворец есть у Ник Пайна. А у Димас что, без дворца? Нет, тоже есть, черные рынки ставят. Да, и очень легко прорывает. Здесь мы видим сверху фланг. Отправь меня к бирже, твой личный. Не, я включу... А как это сделать? Мой личный, можно будет создать. Типа кошелек биткоин можно создать или что? Давай сейчас тогда вот этот матч досмотрим. И я попробую. Ну просто надо матч досмотреть по-любому. Да, но мне кажется, что Лос Димас тут начинает подсливать. Ник Пайн прям прет вперед. Интересно, рабочий тут забежал, но вот. Но Лос Димас подплевается. Я могу чуть даже на самом деле ставить перемотку, потому что мне почему-то кажется, что тут уже ни хрена не удастся делать особо Дмитрию. Если так быстро смотреть. Но он, кстати, норку поставил за сверху, но тут же утилизирует. Чисто так x2 перематывает в некоторые моменты. Гламер Орк долго, но тут уже явно вся карта у них файна. Я думаю, что Димас навряд ли потащит. Хотя всякое бывает в мире генералов, но скилла не хватит. Да, сверху пытается работать. А там уже каштормы пошли от Ник Пайна. Батлбасы все гоняют, выгоняют. Я сейчас единственное, что этого стрима задержку сниму. Да, все, это, ребят, 1-6. Что ж, поздравляю Ник Пайна. Давайте посмотрим турнирную таблицу.
Так. Посмотрим турнир на таблицу. Так, открылось там, все открылось. Никпайн идет на первом месте. У него сейчас будет плюс еще 6. Это 28 очков. Нифига себе. И он здесь, кстати, выровняется. 28-28 будет. Останется последняя игра против Стазы. Решающая для Никпайна. Че такое с сайтом-то, ёпта? Ну, Вася Кибербаттл, что случилось?